Dennis Classic. Web radio dall'Italia. Web radio from Italy. Web radio aus Italien. Web radio dell'Italy. Привет, друзья! Желаю всем приятнейшего вечера. Я обещала, что сегодня запущу стрим, и я все-таки решила, что нужно это сделать. Да, несмотря на то, что я довольно уставшая, и у меня, кажется, основательно севший голос. Я вам сейчас все по порядку расскажу. Давайте мы только для начала выясним, или не очень громко играет музыка. Мы сегодня слушаем классическое радио. Давайте, кстати, я вам могу дать ссылку на это радио, которое я использую, на случай, если кому-то из вас оно понравится, и вы захотите себе сохранить. Я чувствую, что такие вопросы могут быть. Что это за радио? Вот, собственно, радио. Сегодня будем его слушать. Если громко, я могу сделать потише. Я постараюсь сегодня очень громко не говорить, потому что я наоралась за прошедший день. Честно, визжала, как девчонка. Ой, стоп, я же есть. Так. Поле, я скучала. Вы теперь называете меня Поле. Не, ну это забавно, это получается типа сокращение от ника Полин, Поле. Я с такой-то мыслью, в принципе, брала имя персонажа. Но это забавно, что теперь меня все стали называть Поле. А заходишь на стрим, и там тебя тоже приветствуют. Эй, привет, Поле! Так, в общем, сейчас буду всем отвечать на вопросы. Вопросов у нас накопилось довольно много. Давайте для начала поздороваемся, и дальше уже по порядку буду отвечать. Привет, Аркасов, привет, Джинникс, Алекс, Кебри, привет, Suicide Me, привет, Useless Monk, Фоллинджер, привет, еще привет, Дима, 77094, привет, Сативис, Холодиньо, привет, привет, Джимми Рейнер, привет, привет, Хвилок, да? Привет, Флакс, привет, Имп, привет, Том Ладлоу, Вицмен, привет-привет, Ежастик, привет, Катка. РП будет сегодня? Вряд ли. Сегодня вряд ли будет РП. Прям вообще супер-супер минимальная вероятность такого развития событий. А в дальнейшем много будет стримов по GTRP. Ты думаешь, уже отписываться сейчас или есть еще типа надежда, что вернутся другие игры? Сейчас, мы сейчас все обсудим, ребят, сейчас прям вот буду по порядку отвечать на все ваши вопросы. Хорошо? Так. Или нам сразу приступать к вопросам и мне не рассказывать вам, как я провела выходные, там, все такое вам неинтересно. Зачем кричать для этого есть ремень и ломик? На этих выходных я визжала от восторга, потому что я добралась наконец до аквапарка. Привет, лицеист. Ну, я как бы, я уже много раз говорила, что люди, которые живут, например, на побережье, они в сезон редко бывают на море. Вот одесситы, которые живут вот в Одессе, люди, они редко летом выходят на море, потому что пляжи забиты, куча приезжих, и если они выбираются на море, то обычно, когда это там поздняя весна или ранняя осень, сентябрь, октябрь, когда такая приятная погода, но при этом уже люди разъезжаются. Вот. И на этих выходных ко мне приехали друзья. Обычно ко мне подруга всегда приезжает, когда Сережка уезжает в рейс. То есть это уже традиция. Она знает, что я грущу, что я остаюсь сама с детьми, впадаю в уныние. Она знает это, и она всегда старается приехать. Музыку чуть тише. Ой, это я перестаралась. Вот, хорошо. Главный вопрос Софи в коме. Ее смерть заруинили? Да никто там ничего не заруинил. Там все шло по плану. Сейчас мы будем сейчас все это обсуждать, ребят. Я понимаю, что вопросов очень много. И, блин, как бы мне их, кстати, не потерять? Ваши вопросы, как мне их не потерять? Блин, хоть бери, прям сейчас то, что вы пишете, копирую себе в текстовый файлик. Потому что сейчас чат улетит дальше, я потом не найду то, что было раньше. Да, так вот,
Короче, моя подруга, она знает, что мне грустно, и она всегда старается приехать, поддержать меня, чтобы как-то я развеялась. И, ну, такая уже добрая традиция получается. Вот ко мне в очередной раз приехали гости. Ребят, стримов не было не потому, что я прям рыдала все эти дни и не могла в себя прийти после того финала. Очень сопливого, очень грустного. Это тоже, конечно, это тоже. Но еще и то, что да, просто вот у меня были дела в реальной жизни, так сказать. И мы добрались до аквапарка, ребят. Аквапарк открылся, ну, минимум год назад, но мы там еще ни разу не были, стыдно сказать. В итоге там было очень круто, очень просто, масса прекраснейших впечатлений, но там очень громко, там всюду шумит вода, люди бегают, кричат, и мне, чтобы переговариваться со всеми, мне приходилось орать, а еще и кричала на аттракционах, и поэтому у меня посевший голос. Блин, и, короче, девчонки, я хочу дать совет всем девушкам, если вы собираетесь идти в аквапарк, раскошельтесь и купите себе цельный купальник. Купите себе цельный купальник. Потому что мало того, что раздельные купальники — это очень ненадежная конструкция, и на аттракционах просто приходится обе части отдельно ловить, чтобы не улетели. Так помимо этого, в общем... Ну, в общем, ладно, главное, что самую главную мысль вы поняли, все. На аттракционе под названием «Бумеранг» я точно поняла, насколько эта конструкция ненадежная. Вот. Короче, хватит, хватит с вас подробностей моих приключений, я думаю, давайте мы приступим к вопросам. Так. Тут я дала ссылочку на радио. Вот, Флакс задает вопрос. Привет, сколько можно стримить GTA? Я понимаю, 1000 хомяков, прочее популярное. Эй, да ты чего, какие 1000? Я бы не сказала, что, ну, что это ради хайпа. Меня эта затея очень увлекла. Аудитория, мне не сказать, что прям выросла в свете всей этой затеи. Нет, то есть тупо отвалилась часть людей, которые хотели смотреть всякие другие игры, и пришло там какое-то количество новых людей, которым интересно именно GTRP. Но соотношение аудитории, ну, все, мне кажется, примерно так же, если мы не берем в расчет эпизоды, когда кто-то кидает хост на канал. Вот. Мне в целом просто безумно нравится эта затея, сейчас расскажу, почему. Но тебя GTA увлекла, а нас нет? Да, меня увлекла. Меня увлекла. Иногда очень хочется попробовать что-то новое. За столько времени стримов, просто стримов игр, мне уже вот этого не хватало, действительно, вот какой-то такой движухи, чего-то такого вот совместного, возможность стать свидетелем того, как что-то создают очень талантливые люди, собравшись вместе. Я очень рада, что мне дали такую возможность поучаствовать, позвали туда, что я смогла попасть на сервер и наблюдать за всем этим как бы изнутри, это... Ну, офигенно. И то, что я задвинула все остальные игры и занимаюсь этим, ну, простите, реально, это то, что мне максимально интересно было весь последний месяц. И это очень выматывало. Я думала, что я смогу, типа, стримить там через день РП, а в промежутках, типа, стримить какие-то другие игры. Но это эмоционально настолько заставляет выкладываться, что потом просто, ну, не можешь просто сесть играть в игру. И вообще, я не представляю, как теперь после этого... Как теперь после этого вернуться к обычным играм и играть в игру, которая играет в тебя, а не наоборот? Потому что именно опыт GTRP показал, что можно играть в игру так, что все будет зависеть от тебя. Вот. У меня летает комар, он меня так раздражает, вам не передать. Ну, короче, я его убила. В очередной раз. И, блин, мне теперь... Подождите, у меня есть влажные салфетки, мы сейчас будем избавляться от трупа. Дота командная игра, настало это время. Да и тут суть же не только в том, что она командная. Тут нужно показывать не только свой скилл, это какой-то общий процесс творчества, импровизации. Это настолько шикарно. Народ, я понимаю, что не всех это впечатляет, но я получаю истинное удовольствие, наблюдая за всем этим. Правда, мне очень нравится. И я очень не хочу сейчас это оставлять, пока все еще в этом задействованы. Пока людям это нравится, пока они горят и хотят это делать. Я тоже хочу быть в этом, и я очень надеюсь на понимание. Я... Ни в коем случае не обижаюсь на тех, кто как бы на этом скажет, типа, ну все, короче, Ника, как стример для нас потеряна, тра-ля-ля, и все. Я вас понимаю. Понимаю, что это не то, как бы на что вы, вероятно, подписывались. Я все поняла, я постараюсь тебя никогда не раздражать. Сейчас, народ, у меня еще санитайзер где-то здесь есть. Сейчас мы все сделаем. Я решаю проблемы комаров очень радикально. Стример для нас потеряна. Ну, типа, да. Мы верим, что ты одумаешься. Ну, конечно, будут еще другие игры, будут, но... Ну, вы поняли, ну.
Что так просто пока до них никак не доходится? Что, опять будет GTRP? Ну, в том числе будет, я думаю. Ну, сейчас мы об этом еще поговорим. Блин, так много вопросов, я так хочу вам на все поотвечать, и я болтаю слишком много и не успеваю говорить по существу, вы поняли. Слишком много на отвлеченные темы болтаю и убиваю комаров по дороге. Так, Фарш, приветище, здравствуй, очень рада видеть тебя, привет, Слипман, Беховодис, не помнили, поздоровалась, привет, Фрэнки, Фурфингерс, блин, мне, может, стоит вопросы собирать где-то в отдельном месте, чтобы не пропускать, Пиламис, приветище, я давно тебя, кстати, не видела, пока монтировал видео с эпизодом смерти прокурора, поразился, как все классно отыграли, в том числе ты очень круто и достоверно отыграла, в эпизод смерти прокурора, блин, ну, это было очень... Аленка смогла очень, знаете, так атмосферу довести до того градуса, когда уже просто невозможно было не плакать. Вроде бы мы с ней не так уж много пересекались, но при этом вот последний этот эпизод, когда там она у нас советов просит, просто душераздирающе было. В группе ВК нам у тебя отдельную тему для вопросов. Блин, мне в ВК заходить так неудобно, вам не передать. Через VPN вот это все. Я с телефона могу сейчас зайти. Ты там эпизодически была, но очень... Спасибо. Спасибо. У меня вообще персонаж, он такой... Типа, знаете, персонаж поддержки. То есть это... Мне кажется, это был персонаж, который помогал раскрывать... Как-то глубже раскрывать остальных. Для меня, да, ее история, она, конечно, центральная, так как... Очень много от меня зависело. Из-за того, что я принимаю за нее решение, из-за того, что я думаю, что с ней будет дальше и так далее. Из-за этого, да, для меня все крутится вокруг нее. Но если отвлечься и посмотреть на это как бы со стороны, Полли, она была тем человеком, который как раз помогал раскрыться остальным. Вот. Я сейчас думаю, да, давайте в группе ВК создам темку, чтобы... Вот если вы прям очень хотите, чтобы ваш вопрос... А как ее создать здесь? Да ёлки-палки, как с телефона ее создать? Так сложно. Сейчас. Я сейчас разберусь. Стример не тупой. Так, идем в обсуждение. Добавить обсуждение. Назову это вопросы. Вопросы. Все, мы друг друга поняли. Вопросы. Вы идете, если есть вопросы, задаете их там. Создалась хоть тема-то? Уверенный пользователь ВК. И не говори. Так, получилось создать опрос с телефона? Я это никогда не делала. Приятно, да, делать с вами какие-то вещи в первый раз? Получилось? Если получилось, короче, пишите вопросы туда. Я пока буду выуживать из чата, что успею. Вот. Так. Так вот, Флакс, на твой вопрос я ответила. Это реально... Главным образом это все для души. Стримы запустили, обещание выполнили, можно заканчивать. В дальнейшем будет много стримов по GTRP. Короче, не ясно. Я хотела ворваться в межсезонье. Сейчас у ребят в межсезонье. То есть я точно знала, что я хочу участвовать в третьем сезоне. Точно знала. А еще я хотела, чтобы в межсезонье, ну, как-то попробовать свои силы и, возможно, даже потом перетащить персонажа из межсезона в новый сезон. Или, если он мне не понравится, взять нового. И я сегодня даже уже почти на это решилась. И тут такое дело, там сейчас на сервере, в общем, не все спокойно. Я не хочу выносить ссоры из избы и пытаться трактовать как-то по-своему конфликт, который там происходит в данный момент. Но не все гладко на самом деле. И если кто сегодня смотрел стрим Игоря, Бьорна, Евы, вы, наверное, в курсе немножечко происходящего. Я надеюсь, что эта проблема решится. Получилось у меня создать обсуждение или нет? Ну, где мое обсуждение, вопросы? Что-то я не вижу никакого обсуждения. Сейчас, народ, буквально на секунду отвлекусь. Мы продолжим дальше общаться. Нету? Да, ёлки-палки. Так, создать тему еще раз. Вопрос. Не с первого, так со второго раза у меня получится. Так, ваше сообщение. Задаем. Вопросы. А теперь?
Так можешь в комментарии к анонсу писать, ну или на худой конец в комментарии к анонсу. Gamer Stream Family, привет, 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 очень приятно видеть вас, вас всех. Получилось мне запилить обсуждение? Ну или да, или действительно в комментарии к анонсу. Уверенный пользователь. Появилось, о, спасибо, значит, надо было первый пост там написать, иначе не работает. Так, так вот, я не хочу, не хочу развивать, ну, тему того, что там происходит, но я очень надеюсь, что все решится, что все остынут и каким-то образом придут к чему-то, и все-таки ворвутся еще в межсезонье, не буду ждать начала следующего сезона, который запланирован на середину августа, где-то числа 14 вроде собирается. Все это дело начинаться. Вот. Аленка, привет! Привет! Еще это какой-то другой аккаунт. Здравствуй. Привет. Я, честно, мне так тяжело было решиться вообще на нового персонажа. Вам не передать. Вам просто не передать. Это так сложно. Вот ты на самом деле начинаешь кого-то отыгрывать. Ты к этому персонажу прикипаешь. Начинаешь из-за него переживать. Как ты его выстраиваешь, и после этого всегда кажется, что ты лучше уже не сделаешь. В общем, кажется, что каждый следующий будет получаться очень плохо. И еще есть какой-то груз от того, что я знаю, что вы будете сравнивать, что вы все от меня чего-то ждете, и не проходит дня такого, чтобы мне не написали, ну что, когда ты уже придешь, у тебя будет новый персонаж, а какой? И мне накидывают идеи, и все эти идеи, они просто разбиваются о мою собственную бездарность. Я понимаю, что даже хорошие идеи я не смогу как положено реализовать, и здорово это для вас сделать. Вот. И тут я, короче, решилась. Я решилась взять несложного персонажа, же сразу говорю, несложного, такого, который, мне кажется, будет по силам. Такой, который не будет еще одной второй Полли. И что? И тут я вижу, что происходит у ребят, и понимаю, что, ё-моё, это не тот момент, когда стоит вообще заходить и во что-то пытаться ввязываться, потому что... В общем, это было похоже, наверное, на протест своего рода. Но я надеюсь, что ребята все-таки как-то остынут и еще вернутся в межсезон, и получится что-то хорошее всем вместе сделать в том числе. Мы ждем, когда ты извинишься перед Сови, пока она в коме. Фишка с голосами в голове сохранится? Ну, думаю, нет. Но, конечно, я не буду прям общение с чатом сводить на нет, совершенно точно. Так, вопросы. Ее смерть заруинили. Про смерть Софи, ребята. Софи в данный момент в коме, это вы знаете, да, уже, она не умерла, и я это знала с самого начала, что она не умрет. Я, Ника, я это знала. Полли этого не знала, то есть я хочу, чтобы вы это все хорошо разделяли. Дело в том, что, ну как вам это объяснить? Мы все стараемся не использовать метаинформацию. Все. Мы же ходим друг к другу на стримы, мы смотрим, у кого что происходит. Но лично я стараюсь себя очень жестко держать в рамках для того, чтобы не воспользоваться тем, что я знаю, а вот Поле этого знать не должна. И когда мы оговаривали то, как будут развиваться события, чтобы персонажи девочек пришли именно к тому, к чему они хотели, девочек. Симона не то чтобы прям совсем девочка. Вот, но суть в том, что да, каждый персонаж должен был прийти к чему-то своему. Когда мы это обсуждали, мы старались сделать все это максимально логично, чтобы вы не плевались, чтобы для вас мотивация персонажей была очень четко прописана, чтобы вот это не вызывало какого-то отторжения. Сейчас, оглядываясь назад, да, я вижу, что это все-таки было не очень хорошо, но это, наверное, можно простить и списать на то, что у нас, может, недостаточно еще много опыта в таком. Мы все-таки не сценаристы, не режиссеры, мы просто пытаемся вот что-то сделать на импровизации. Для меня это был вообще самый... Это единственный был эпизод за весь последний месяц, когда что-то должно было идти именно по плану, когда были какие-то точки, и мы должны были от одной точки к другой идти. Вот они были прописаны, ну, не без жесткой там привязки, типа, ко времени, там, и теперь мы делаем то, а теперь то, нет. Вот, но все-таки существовал план, которого мы придерживались. Сын, дочь, да-да, Аленка, точно. Вот, и сейчас, как бы, я... Оглядываясь назад, я вижу, что это было, ну, все, наверное, все-таки несколько фальшиво, несмотря на то, что хотелось, конечно, сделать максимально... И мне было дико стыдно за это, вот честно. Я понимаю, что
ну, я ведь некрасиво поступаю с Софи и все время задаюсь вопросом, а достаточно ли у моего персонажа реально мотивации именно так поступить? В какой-то момент я, кажется, уже просто настолько психанула, что я, ну, полностью как бы вышла из образа и говорю чатику, говорю, ну, блин, ну, имейте совесть, ну, как бы, меня попросили, я делаю все, короче, не добавляйте еще вы, потому что мне дико грызла совесть за то, как я обхожусь с Софией, при том, что я знала, что нет, она все-таки не умрет. Отыгрывать нужно, конечно, то, что Полли с полным разбитым сердцем, с чувством отчаяния и вины думает, что из-за нее ее подругу убивают. Вот. Вроде бы это не настоящее. Ну, не знаю, не знаю, наверное, ну. Оскар, ты получила за полчаса плача. Честно, народ, я не собиралась плакать совсем. Я понимаю, сейчас огромное количество вопросов уже пропускаю из чата, потому что вопросы летят быстро, отвечаю на них очень долго. Ребята, еще раз дублируйте в обсуждение в ВК, вот там есть обсуждение вопросы, и еще под анонсом я тоже почитаю. Да, так вот, я не собиралась плакать вообще, потому что до того был эпизод очень слезливый, там, вы помните ситуацию с Гюнтером и с Софией тоже, вот, когда Полю уже пришлось плакать из-за этого, и я потом посмотрела на это со стороны, и при том, что я плачу по-настоящему, но мне потом это послушать было, ну, очень некомфортно, и мне это казалось чем-то ужасно дурацким, вот. И я думала, я возьму себя в руки. То есть я понимала, насколько будет тяжелый эпизод, народ. И изначально, как бы, вот линия с Гюнтером, она шла настолько сама по себе, без какого-либо плана, без сценария, без ничего, очень органично, просто шла к тому, что они должны уехать. И все говорили, да, они просто уедут, и все будет здорово, да. И я думала, ну да, хорошо. И единственное, о чем меня Миша спросил, ты готова вывести там тогда-то своего персонажа уже как бы из игры? Да, да, все, без проблем. И тут, буквально за день до этого эпизода, он пишет, ну, короче, ты знаешь, наверное, типа, хэппи-энд не получится, а может и получится, суть в том, что, типа, мы не будем знать. Как все выйдет, так и выйдет. Ну ок, и на этот момент я уже знаю, что какая будет ситуация с Софией, то есть до этого я думала, ну, у Поли еще все ничего сложится, да, она будет мучиться чувством вины, ей будет очень плохо, но будет Гюнтер, который сможет ее поддержать, и в целом она уедет, и да, все хорошо, не совсем уж такой приторный хэппи-энд, но в то же время все хорошо закончится, скорее хорошо, чем плохо, и тут я понимаю, что все, возможно, закончится очень плохо. Я накручивала себя вот весь следующий день до эпизода. То есть вы представляете, я хожу, я дико переживаю. Ну, на полном серьезе, мне было тяжело кушать, тяжело спать. Я очень волновалась из-за того, как все сложится. Именно вот из-за этого ощущения, что я не знаю, к чему мы все придем. И я собиралась не плакать. Я думала, я смогу отыграть, да, очень тяжелое, как бы, тяжелое событие. Но не буду реветь. Но из-за того, что вот весь день прошел в дичайшем таком напряжении, выплеснулось это под конец в то, что реально весь последний час стрима был просто каким-то адом. Я ничего не могла с собой сделать. И мне потом пишут, у тебя так натурально получается играть, ты такая молодец, так хорошо играешь. Нет, я фиговейшая актриса. Но мне настолько обидно было, мне так было жаль Полли, мне... Ну просто у меня сердце на части разрывалось, и я реально сидела и рыдала. И мне очень тяжело потом было собраться в кучу, даже для того, чтобы ребята, когда позвали после всего пойти в Дискорд, поговорить. Я пришла, но вы видели, я в основном молчала, очень тяжело было что-то говорить. И я сразу хочу попросить прощения у тех, кто ждал от меня какого-то послесловия. Финал настолько потряс и саму меня, и вас всех, мне очень тяжело было бы потом, типа, взять и сказать, эй, ну, а давайте теперь мы все обсудим. Сейчас я уже могу с вами как бы с улыбкой весело поговорить об этом и ответить на вопросы, и там все пообсуждать, да. На тот момент это было бы очень тяжело, поэтому, да, я просто стопнула стрим, я не ожидала, что меня еще куда-то позовут, вот, и когда ребята к себе позвали, я пошла, послушала, посидела с ними, там пару фраз сказала, и все, как бы, какого-то настроения сильно что-то обсуждать не было, вообще было реально сложно. Это не отпускало, вот... Я вообще человек довольно впечатлительный. Я понимала, что это опасно в такое ввязываться, зная, что я переживаю из-за книжек, которые прочла, из-за фильмов, которые посмотрела. Ну да, вот есть какие-то вещи, которые вот впечатляют, и ты, да, ходишь, потом еще думаешь. Бывает, да, прочтешь книгу, закроешь и забудешь о ней, а бывает, прочтешь, и потом еще ходишь, возвращаешься к каким-то событиям, что-то там в голове еще себе прокручиваешь. Это от чего зависит? От таланта автора. Если автор смог
подать историю и героя таким образом, что ты начинаешь ему сопереживать, если ему это удалось, да, то тебя его история цепляет, и ты потом к ней возвращаешься. Ну, талантливый автор, хорошо, значит, у него получилось. Нет, ну нет, прочли и забыли. А тут ситуация другая, здесь и таланта автору не нужно, потому что практически человек, который отыгрывает, он сам все делает за автора. Ты просто берешь и сживаешься с этим персонажем, начинаешь регулярно себя ставить на его место и думать, а как он здесь должен себя повести, и все, больше ничего не нужно, чтобы эта история уже для тебя стала значимой. Вот. Ну, поэтому, да, я в принципе понимала, что будет. Я же знаю, что я человек довольно впечатлительный. Но это потрясающий, невероятный опыт. Если бы меня сейчас спросили, ну, ты знаешь, что тебе такого серьезного стресса будет это все стоить, и ты, типа, попробуешь еще раз, я бы сказала, да, да, все равно, потому что, это круто на самом деле, какие-то подобные ощущения испытывать и попробовать себя в этом, это здорово, здорово. Даже несмотря на то, что это было очень грустно. История Поля закончилась, в пятницу она засветилась в городе, ходят сложные надежды, что Гюнтер еще жив. Да, Поля, она не знает, жив Гюнтер или нет. Она должна была закончить дела в городе. Мне выводить персонажа, как просто, типа, он пропал без вести, это тоже не дело. Я, честно, пыталась сдать ее в тюрьму. Боже, ребят, это было так смешно. Это ко мне уже приехали друзья. Это финальный день, у них там шоу талантов, тра-ля-ля. И я человек совестливый, я не могу бросить город просто как бы вот так. Все-таки какие-то ниточки, они должны к чему-то приходить, их нельзя просто обрывать. И я думаю, ну хорошо, ладно, Полли неизвестно сколько провалялась там на холме. Без чувств практически, еле живая, без памяти просто, сколько-то времени она там пробыла. Но она пытается прийти в себя, вернуться в город и сделать то, что должна. Она находит Фачана для того, чтобы передать ему клуб, потому что клуб это... Это все, что у нее практически осталось, да. У нее был в городе только клуб, потом появился Гюнтер. А потом не стало Гюнтера, и все, остался только клуб, который нужно было куда-то пристроить. Это раз. Во-вторых, все-таки она чувствует вину, она до последнего не знает. Когда, смотрите, когда вроде бы появилась надежда, и Ева говорит в полицейском участке, что Софи отвезли в больницу, что, может быть, еще откачают. Потом приходит доктор Пол Сильва и говорит, что нет, она умерла. Я знаю, что София не должна умереть, нет, так не задумано, я знаю, она там в коме, еще как-то, но она не должна умереть. И тут приходит Пол Сильва и говорит, что она умерла. Ну как я могу сказать? Нет, Пол Сильва, ты ошибаешься, я-то знаю, как должно быть, нет. Я начинаю отыгрывать то, что знает персонаж. Она теперь думает, что ее подруга реально все мертва, убита, и она реально чувствует за это вину, и она должна за это отвечать. Я пишу Мелендесу. Сержант Мелендес, когда вы сегодня будете, мне типа нужно к вам прийти, вот, сдать, короче, персонажа. Ну, я буду задействован в шоу талантов, тра-ля-ля, думаю, ну ладно, подожду после шоу талантов, пойду, короче, и сдам ее. Вот. Я такая неудачница, вам не передать. Я даже персонажа в тюрьму не могу, как положено, отвезти. Почему я хотела отвезти ее в тюрьму? Потому что у меня есть мысли, ребят, я вам не могу обещать. Если у меня найдутся силы, время, чтобы это сделать, я хочу сделать монтаж каких-то ключевых моментов, всю шелуху отбросить, оставить выборку только самого интересного из истории Полли и сделать вам это как в полнометражный фильм или как в две серии таких полнометражных. Посмотрим, что там по времени получится. И мне для того, чтобы интересно все это подать, мне нужно было ее посадить в тюрьму. Но нет, видимо, теперь нет. Теперь будем это делать как-то по-другому, потому что в итоге Мелендес мертв. В итоге похороны, в итоге Поле встречает Еву на похоронах и так говорит, что нет, я не стану тебя как бы привлекать к ответственности. Ясен пень, потому что Поле Еву покрывает. Она не говорит ей, что... Точнее, она не рассказывает о том, что видела ее на месте преступления. Потому что по официальной версии Ева приехала туда уже, когда там никого не было. Если всплывет, что она отпустила Симону, Саймона, то она, конечно же, потеряет должность. Продавай право на экранизацию. Я просто хочу сделать это на память для вас и для себя, для того, чтобы... Я думаю, что это то, что мне захочется вспомнить даже через сколько-то там лет. Концовка сезона расстроила дико только из-за того...
Только из-за такого исхода сюжетной линии Поли и Гюнтера я очень сама тоже расстроилась, ребята. Но я, в принципе, была к этому готова. И если бы я сказала ребятам, что категорически нет, я не хочу, хочу только хэппи-энд своему персонажу и так далее, я думаю, что мне бы пошли навстречу. Но я понимала, на что иду, и понимала, что... Ну, закончится, как закончится. Но я до последнего верила, что все закончится хорошо. Это так было больно осознавать, что нет, уже ничего хорошо не будет. Вам не передать просто. Они сами не понимают, что они сделали из-за того, что вот я точно не знала, к чему мы придем. Если бы я просто знала, что все закончится плохо, ну, я бы подготовила себя к этому все. Плохо и плохо. И ладно, да. А тут ты не знаешь, до последнего надеешься, то есть я вместе с вами со всеми до последнего надеялась, что будет хорошо. У меня, вы видели, у меня заготовлены были титры на финал, и они были такие с налетом светлой грусти, то есть это то, что подошло бы под любой финал. Если бы Поли с Гюнтером улетели бы, ну, это все равно был бы не очень хэппи-энд, потому что все-таки по ее вине стреляли в Софию. Вот, у меня были заготовлены титры, но я понятия не имела, в каком именно виде они пригодятся. Да. А чат в фильме отображать будешь? А куда я его дену? Куда я его дену? Стих орка. Орк, он замечательный. Он на самом деле великолепный. Ну, то есть я, как Ника, я это вижу. Поле, ей было бы это безумно больно. Если бы она каким-то непонятным образом оказалась бы на шоу талантов, хотя какое вообще шоу талантов у человека, который полностью разбит и в горе, но если бы она там оказалась, наверное, она бы пошла бы бить его, да. Вылезла бы на сцену и пошла бы бить. Вот. Стих про Гюнтера и Шмидта у меня не укладывается в голове. Ну, это было с вызовом, да. Очень провокационно. Теперь Бурн постоянно ставит песню Поле. Да прям постоянно. Один раз вроде поставил, и все. Что больше, чашка или голова стримера? Что думаешь о конфликте хард-рпшников и тех, кто хочет играть в сценарий? Повлияет это на твое участие в межсезонье? На мое участие в межсезонье влияет то, какие люди участвуют в межсезонье. Я пришла на проект не на какой-то там номер сервера или так далее. Я пришла за людьми, с которыми интересно вместе взаимодействовать. Сейчас я не знаю. Мне нужно смотреть, как это дальше будет развиваться. Я думала прям сегодня даже зайти, но... Вот пока что точно нет. Пока что точно нет. Конечно, очень хотелось бы и с Игорем, и с Мишей как-то пересечься еще в рамках РП. Это было очень круто. Да. Гвилли Бон, привет, здравствуй. Бурно теперь в межсезонье не будет. Ну, не знаю. Может, они все-таки что-то решат. Я сама не знаю, чем это все закончится. Тоже буду наблюдать. Вот, если все-таки все дотянется аж до третьего сезона, то что ж, я подумаю, брать того персонажа, о котором я подумала на межсезон, или что-то другое придумывать. Хочу сказать спасибо за стримы, хоть я не так часто смотрю, но за тобой интересно. Спасибо, мистер Капс, спасибо. Игорь тоже переживал и все делал, чтобы у Гюнтера был хэппи-энд. Блин, ну, это реально очень хотелось, чтобы все закончилось хорошо, но нашлись бы те ребята, которые бы плевались и сказали, вот, так банально, так предсказуемо, типа, все этого ждали, нашлись же бы такие. А так, знаете, получилось как то, о чем я говорила много раз, когда мы с вами проходили разного рода сюжетные игры. Получился такой не совсем справедливый по отношению к зрителю, к игроку ход, когда из нас выжимают слезы очень таким несправедливым, очень грустным финалом чем-то, да? Вот. В чат тебе пишу, не ходи на кладбище, там похороны, и тут пуля дефилирует прямо к процессии. Ну так я пришла тогда на кладбище, потому что там был Фачан. Мне нужно было туда пойти передать ему клуб. Вот. Теперь, если вам интересно, что там дальше, как бы для меня так история Поля, она все-таки с более-менее открытым финалом, то есть там на холме она на этом и заканчивается, я не зря сделала это финальным эпизодом. Но в целом, если уже нужно закулисье, если уже ее и так не выкинешь совсем из жизни города, я хочу сказать, что Поля ждет, но все-таки, да, ей нужно ехать к дочке Гюнтера и рассказывать о том, что произошло, потому что... Полную эту картину, наверное, может рассказать ей только Поле. То есть ей наверняка кто-то там уже передал, что отец пропал без вести, так как труп его все еще не найден. Вот. И
все-таки, да, Полли нужно собраться с мыслями, оставить это место и ехать. Но не сразу, не так, как это предлагал Пак Пау, типа, вот тебе билеты, вот наезжай. Полли собиралась сначала нести ответственность за то, что произошло с Софией. Полли действительно не знала, что у нее в холодильнике под боком наркохранилище, или она не настолько ответственна, легковерна. Смотрите, Полли — это... Ну, супер наивный человек. Я хотела сделать персонажа в чем-то поучительного, чтобы было очевидно, как сильно человек попадает в неприятности, когда он очень доверяет всем окружающим и очень легко идет на уступки. Это, знаете, это образец меня лет 17, наверное. Потому что... Ну, смотрите, она очень легко ввязывается, вот с самого начала она очень легко ввязывается в историю с Коди Снежком, понимает, что там подпольная лаборатория кокаина в текиле была, ее потом убрали, была, но спускает это так на самотек. Она вроде бы спрашивает, а в клубе будет точно чисто? Он ей говорит, да, точно чисто, и когда она понимает, что нет, нифига там не чисто, она все равно это принимает и оправдывает этого человека, говорит, он ко мне так хорошо отнесся, он первый, кто меня поддержал, он дал мне работу, я все равно буду ему помогать, правильно? Это очень прям наглядно, когда человек жертвует прям своими интересами и попадает в крупные неприятности. Далее, что получилось с холодильником уже непосредственно в единороге? Ребята, я этого не знала. Ника, я. Я не знала этого. То есть в тот момент, когда этот холодильник там появился, меня об этом никто не спрашивал. Симона Саймон, магистр, захотел себе организовать это дело, поговорил с администрацией, ему это сделали. В моем, блин, холодильнике. Я этого не знала. Я это увидела впервые на стриме. То есть мою реакцию вы, наверное, помните на это. И я стараюсь не выходить, сильно не выдавая свой личный шок, не выходя из РП, поговорить пытаюсь с Симоной. На тот момент Симона уже ей симпатична. Она ее приняла к себе на работу. Взяла под крылышко. И вроде бы как ей жаль этого большого, рослого, сильного мужика, непонятого, у которого совсем другое состояние души. Да ладно, 17 ты сейчас, небось, такая? Нет, Флакс, с появлением детей ты... Ну, немножечко совсем меняешь вот эту систему ценностей и понимаешь, когда нужно свои интересы все-таки отстаивать и интересы своих близких. А вот я в юношестве, да, очень легко было бы ножки вытереть, вот, да, да. Гюнтер превратился в пчелку на пасеке. Ева? У Евы тоже есть пасека? Эй, я чего-то, видимо, не знаю. Чего-то не знаю. Пришла на Twitch, когда только началась история Поли, узнала ее личность, теперь хочу узнать тебя, удачи тебе, спасибо. Спасибо, ну вот и познакомимся. Да, так вот с холодильником. И тогда Поли начинает разговаривать с Симоной, мол, что это такое у тебя? И она прям открытым текстом мне говорит, что это наркота, ну типа там это леденцы, ну они такие веселенькие, но ты их не ешь. И Поля, она не знает точно, что это, но она догадывается, что это какая-то фигня. И у Поли в этот момент есть некоторые финансовые проблемы с оплатой клуба, клуб работает в убыток, она его реорганизовала, там больше нет проституции и так далее, вот. И поэтому она закрывает на это дело глаза и требует у Симоны только то, чтобы в клубе ничего не распространялось. Не начинает выяснять, что это, тра-ля-ля, не выгоняет. Вот я, Ника, я бы просто за шею погнала сразу за такое. То есть я бы и вытурила тут же. Но Полли, она нет, она человек очень мягкий и очень склонный оправдывать всех и во всем. Ситуация с Софией — это очень яркое тому подтверждение. То есть Гюнтер бьет ее подругу, и она пытается дать ему... минимальный шанс оправдаться. Она спрашивает, это прокурор тебя заставил, да? Ну, лучше обмани, лучше скажи, что да, тебя заставили, но я очень хочу тебя оправдать, правильно? То есть, и она вот всем-всем постоянно такую возможность дает. Это просто особенность ее характера. Ты ведь могла стать наркобаронессой города. Нет, она реально не путевая, но какая из нее наркобаронесса? Ну, какая? Моя первая встреча с Полей на стриме РП. Блин, открыть бы клипик, посмотреть что-то. Если кто-то и пострадает, то только моя машина, вы будете в целости и сохранности. А, это когда Поля только приехала в город и везла Ибна и Люсю. Да, да, вот с этого практически все началось, да. Сдашь на права в следующей жизни. Ой, это так хардово там сдавать на права вообще. Ну, можно попытаться, да, да. Так, вопросы. Сейчас я продолжаю смотреть, есть ли у нас еще вопросы.
Вернутся ли нормальные стримы или продолжится GTA? Будут нормальные стримы тоже. Я все-таки хочу найти в себе силы и стримить, например, там, если через день или с перерывами в 2 дня стримить РП, то в перерывах стримить другие игры, да. Не устраивать себе вот этот отдых. Я уже вроде бы привыкла к этому делу, целый месяц РП-стрима все-таки должен был меня немножечко закалить, это так сильно не должно теперь эмоционально выматывать, и я думаю, что да, что у нас обязательно должны вернуться другие игры тоже. Что больше понравилось, играть расписанную по сценарию роли или импровизировать, как в начале РП? Интересно было отыгрывать хард? Сценария не было вообще, сценарий был только в последнем эпизоде, только в том, что касалось ситуации с Софией и Симоной. Все, не было сценария, вообще никакого сценария не было. То есть были какие-то оговоренные ивенты, там сегодня будет открытие Life Invader, нужно будет поехать сделать закупку. Хорошо, все, это сценарием не назовешь, это просто значит, там сегодня будет такое-то событие, и все. Больше сценария не было, весь отыгрыш поле, это полностью все это импровизация, вот кроме убийства Софии Манчини. Вот. Были точки сценарные в сезоне? Не, ну какие сценарные точки? Вот я говорю, то есть типа события, как вот там похороны прокурора. Все знают, что будут похороны прокурора. Это как бы не назовешь сценарием. Поля просто знает, что ей нужно будет туда приехать. С Гюнтером сценария не было никакого вообще. То, что у нас было оговорено, это единственные какие-то рамки допустимые. И вот когда он меня спросил, готова ли я персонажа выводить в 9-й серии. Все. Для GTA или Бунт? Нет. И да, мне очень нравится игра именно на импровизации. Самые интересные, самые клевые события происходят тогда, когда ты не знаешь, что случится. Яркий тому пример — это стрим, который получился поздно ночью, когда Поля должна была приготовить для Гюнтера сюрприз, организовать эту пасеку. Вот. Ну и для себя тоже, ну, как и для всего города, по сути, потому что мед мы будем продолжать раздавать в любом случае, я думаю. Вопрос только еще в том, как мне нового персонажа к этой пасеке привести. Ну ничего, это сделаем. Вот. На тот момент нужно было это сделать, и мне все-таки хотелось сделать или запись, или стрим происходящего, чтобы потом это в общую историю вплести. Но я понимала, что лучше это дело сильно не палить, поэтому стрим был секретный, без анонсов, все равно куча народу там было, но я хочу сказать огромное спасибо, что вы молчали и не спалили. Я надеюсь, что все-таки не спалили сюрприз, а если и спалили, то Миша это никак не выдал, поэтому... В принципе, получилось очень здорово. Так вот, я зашла, в принципе, я думала, я зайду на часок, решу все эти дела, и все, и выйду. А потом внезапно админы предлагают поехать на рыбалку, покататься на этом катере... И начинается вот эта череда событий офигенных, просто с песнями под гитару, с дельфинами в океане, к которым с визгом и восторгом я прыгала. Я испытывала дичайший восторг просто от этого. Я, Ника, не Поль, я дичайший восторг испытывала, когда видела этих дельфинов, поэтому я просто срывалась на визг и ничего с собой уже не могла сделать. Это так было круто. Это вроде бы просто игра, но вот эти спонтанные события, они прекрасны. Если бы мне кто-то сказал, ну... Типа, вы пойдете рыбачить, а потом там будут дельфины. Я такая, ну ок, там будут дельфины, и нужно будет изображать радость. Понимаете? Нет, это когда это все на импровизации, это все намного более искренне. И вот я говорю, единственный эпизод, который шел по сценарию у нас, я себя чувствовала очень по-дурацки. Я дико не люблю вот так фальшивить. И я сама себе в этот момент не верила из-за того, что я знала, что будет происходить. И я постоянно пыталась посмотреть на это со стороны и думала, блин, как же это все по-дурацки у меня выходит. Вот. Ты замужем? Да. Да, я замужем, у меня 2 деток. А пасека так и осталась? Да. Да, пасека так и осталась, и она будет, и все будет в порядке, и мы с ней еще будем по-любому взаимодействовать. Когда 2 на 2 с Алексом, ну, ребят, мы с ним не договаривались на ближайшее время на 2 на 2. Еще раз, кто хочет задавать вопросы, лучше кидайте в обсуждение в группе ВК народ. Там их легче вычленить, чем из чата. Вот. Я вообще, вы видите, был месяц без Старкрафта. Месяц без других, и, наверное, даже уже 1,5 месяца Старкрафта не было. Я хочу, чтобы вы понимали, что я не обещала и не могу взяться за одну игру, там, вот за Старкрафт, и стримить ее 5 лет подряд, да. Есть какие-то моменты, когда что-то мне становится очень интересным, и мне хочется в этом поучаствовать. Я очень прошу у вас понимания за это. Правда, просто иногда появляется что-то другое.
Но это не значит, что мы к StarCraft не вернемся. Я не собираюсь его оставлять. Девчонки даже звали меня поучаствовать в женском турнире, но я трусиха дикая, я не буду участвовать в турнире. Но, может быть, мы с ними соберемся как-то вместе, поиграем. Что это за история с языком, оторванным и непонятными ресами на горе? Я не знаю. Я не знаю, кто это делал. Я думаю, что это делали админы. Это все тоже чистая импровизация, это никакого сценария. То есть я пришла туда собрать мысли в кучу. Я думаю, ну я стараюсь, чтобы все было максимально правдоподобно, ставить постоянно себя на место. У нее творится такой дикий дурдом, ей просто нужно поехать и подумать спокойно. И вот она едет туда, убили прокурора в этот день, творится какой-то дичайший хаос, и она едет в то место, которое она любит, и я знаю, что она это место очень любит. И даже для меня оно уже обрело большой вес, потому что, вы бы знали, я сижу, я несколько часов, наверное, запустила GTA обычную, и лазила по карте, и искала подходящее хорошее место для пасеки. И вот когда ты чему-то уделяешь только времени и внимания, оно в любом случае начинает приобретать все больше и больше вес для тебя. Вот, и она приезжает на это место, и тут начинается вот это вот с тем, что ее поднимают, и этот язык оторванный, я когда его увидела, блин, я плакала по-настоящему, я дико испугалась тоже. Ребята, я очень плохая актриса, я почему так боюсь браться за какую-то следующую роль, потому что я совершенно не уверена в своих силах. А вот эти эпизоды яркие, они были яркими, потому что это действительно те эмоции, которые на тот момент переживались. Язык подкинули админы, чтобы тебя спровоцировать на панику и движуху, видимо, да. Но я не думала, что они следят за тем, где я нахожусь и что у меня происходит вообще. Я тихо себе приехала в какое-то место. Закончилось детей, ну как закончилось? Закончился сезон, и мы сейчас с вами стараемся это дело обсудить. Вот, короче, с языком было просто. И знаете что? Потом, когда Поле приезжает в участок с языком оторванным, ревет, видит Гюнтера, и он ей говорит: хочешь, поедем на это место? Я настолько пытаясь действовать, как она, настолько сопереживаю ей и думаю, как она будет поступать и чего она в данный момент хочет, что я говорю: нет, я туда не вернусь. Хотя потом, уже после стрима, я поняла, что я дура такая, такая бы движуха была бы клевая, если бы мы бы туда поехали с Гюнтером, да стали бы разбираться, да что-нибудь бы там еще, наверное, происходило, а я все заруинила. Но на тот момент для Поля самым вот это органичным было спрятаться и сказать: нет, отвлеките меня на что-то, я не хочу туда ехать, мне там страшно. Вот, ну простите, я походу, да, заруинила какой-то, мог быть очень интересный эпизод. Да. Я меня вообще на третий раз доперла, что Поле на YouTube-канале Алекса Поле в GTA Поле на Твиче имеет какую-то связь. Что? Серьезно? Гюнтер мертв. Ну, его не нашли еще. Но там ему, кажется, выстрелили прям в голову. Ну, может, робокоп? Ну, пожалуйста, ну пусть хотя бы робокоп. У Гюнтера, у Бьорна вышел. Гюнтер шикарный просто персонаж. Настолько клевый. Я настолько рада, что мне удалось с ним каким-то образом взаимодействовать и его глубже раскрыть, потому что он, он только с определенной стороны, да, то есть во взаимодействии со всякими другими персонажами, он раскрывается с разных сторон, с разных граней. Если он взаимодействует с Пак-Пао, то нам открывается отличная история дружбы. Если со своими там соперниками, он такой вот очень саркастичный и с вызовом открывается по-другому. И вот появление Полли, случайная совершенно эта встреча, на самом деле это очень круто, мне кажется, помогло раскрыть его совершенно с другой грани и сделать его еще более живым, более таким человечным, и заставила всех к нему привязаться. То есть в этом плане моя роль, мне кажется, была вот именно в этом. Рыбако-пако мозги, кто будет соскребать с окрестности, не знаю. Игорь с Мишей слились из РП, ну как слились? Я надеюсь, что они остынут и вернутся все-таки раньше, чем к началу третьего сезона. А к началу третьего сезона, я думаю, все-таки эти проблемы должны уже решиться, и все будет в порядке, я в это верю.
А как твоя семья отнеслась к твоим переживаниям и слезам? Ёма, я рада, что Серёжка на тот момент, когда был финальный эпизод, он был в курсе происходящего, то есть я ему все рассказывала, там вот, у Поли там то-то, то-то, он терпит и слушает, вот. А, но вот на финальный эпизод я рада, что его на тот момент уже дома не было, потому что, я думаю, он бы не одобрил, что я целый час сидела, плакала, он видел бы, насколько сильно я это пропускала через себя, то есть он сказал бы, не, типа, Ник, наверное, завязывай с этим, ему было бы меня жаль, я думаю, да. Вот. А так я ему объясняла, что, типа, да, там все плохо, но я ему не говорила, что прям аж так сильно лично меня это потрясло, потому что, мне кажется, да, он бы расстроился из-за меня. Смотрел стримы по РП, смотрел видео на канале Алекса. Но вот что это один и тот же человек, я реально не сразу понял. Прикольно, прикольно. Надеюсь, Сережа тоже считает, что GTA дерьмо. Нет, он с пониманием относится, он понимает, что мне это интересно, он понимает, чем это может быть интересно. Но ему тяжело вникать во все эти сюжетные линии, которые я пытаюсь ему пересказывать. Я чем-то себе напоминаю свою собственную бабушку. Я когда была маленькая, она, например, там смотрит какой-то сериал, и ей хотелось, наверное, с подружками поделиться, там, порассказывать. Но так как вот меня привозили к ней на лето, и ей нужно было со мной возиться, она начинала мне пересказывать. В мельчайших подробностях начинала мне пересказывать сюжет этих там своих сериалов. Ну, я слушала. Вот Сережа себя, наверное, примерно так же чувствует, когда я его нагружаю огромным количеством имен и переплетений вот этих сюжетных ниточек. Надо было слушать чат, призвали поехать разобраться с чертовщиной. Я слышал, там потом ведьмака какого-то нашли, и он разобрался. Надо было, реально нужно было с Гюнтером тогда ехать на скалу. Мне жаль, да, был бы очень хороший эпизод, а у нас просто все успокоилось и перешло в нормальное такое русло. Но это было очень по-человечески так, то есть когда человеку страшно и... Никогда он в таком полном недоумении находится, ну... Поля, наверное, не та девушка, которая поехала бы во всем разбираться. Какой-нибудь другой, все-таки более сильный, азартный, может быть, человек. Кувшин, привет, еще рада видеть тебя. Привет, Стардасти, Аксоне, здравствуй, здравствуй. К началу не успел. Привет, привет. Это пристрим по пубг? Давно, кстати, не было пубга, да. Так. Поля не знает этого, в смысле не знает про Гюнтера, да, это знаю я, чем там все закончилось. Блин, я даже не могла пересмотреть запись Бьорна сразу после финала, я смотрела на следующий день и опять сидела, плакала, это было душераздирающе. Когда ты знаешь эту историю со всех сторон, со своей стороны, с его стороны, и вообще, и он еще в конце музыку поставил и еще включил фразу Полли, и просто чтобы добить уже окончательно. Он точно знает, как вот заставить плакать. Say no more, иди спать. Не, спать я еще не иду. Песенку на ночь и спать? Да ладно вам! Так, что тут у нас есть еще вопросы? В Инстаграме фотки с Блаем нашел что-то вели круто, наверное, стоять рядом с про-игроком из К2. Конечно, не зря же я с ним фоткалась, а еще мы с ним в пуб катали. Пора вернуть эти уютные покатушечки в пубг, да? Так, что тут у нас еще? Много добавилось сабов-фолловеров за время РПМ. Да, довольно много. Я бы не сказала, что сильно вырос онлайн по стримам, нет, отвалилась просто часть старой аудитории, которые, блин, опять это РП, и все, и не приходят, вот, но пришло довольно много новых людей, это здорово, я надеюсь, что какое-то количество из них останется, будет приходить и на другие стримы тоже. Если захотят. Поле заимствовано из пятой Салли? Нет, ниоткуда не заимствовано. Привет, Смоки. Особенно смс-ка про опоздали на самолет была очень вовремя, очень атмосферно зашла. Я надеюсь, что вы поняли, что это была, ну, в каком-то смысле метафора. Я уже, вот, когда я отправляла это сообщение, я уже понимала, что
не будет у нас никакого хорошего конца. Наверное, стоило даже сказать, мы опоздали на свой самолет. Ну, все равно. С Евой и магистром будешь в пубы играть, если позовут, конечно. Почему бы нет? Я устала от этого. Люди, мне надоело пугаться... путаться в хитросплетениях их жизни. Доктор Манхэттен. Да-да-да. Дальше. Если админы ведут обязательно хардерпой не только для полиции, но и для гражданских, останешься на сервере? Я же говорю, зависит даже не от того, в какие рамки меня поставят, зависит от того, какие люди там будут. Там все делают люди, вот это важно. Атмосфера, которая там будет, люди, которые в этом задействованы. Но только от этого зависит. Если мы все согласимся, что играть очень хардово, это хорошо, то я буду стараться. Буду стараться не подвести. Но мне было приятно то, как это было вот во втором сезоне. Мне кажется, было круто. Даже несмотря на то, что где-то в какой-то момент были, конечно, какие-то перегибы, вот, но я к таким вещам довольно снисходительно отношусь, и все равно было здорово. Ребята все собрались и сделали очень круто. Дай ссылку на тот момент Бёрна, что-то интересно, сразу чего Сурбор. Не поняла, о каком моменте речь. Так уже не согласились сегодня? Ребята, давайте мы не будем торопиться с выводами. Давайте все утрясется, все решится, и уже от этого будем плясать. Я точно знаю, что эту проблему собираются решать, что к чему-то обязательно придут. Но я не могу вам сказать, когда именно там все остынут, когда все решат и когда вернутся. Я буду этого очень ждать, конечно. Пожалуйста, говори Алексу, чтобы он устроил мафию. Так была же целая у нас серия стримов мафии. Было неплохо, не знаю вообще, хочет ли он еще. Думаю, да, что он занят еще в каких-то проектах. Не поняла, честно, на какой момент просят ссылку. Так, давай дальше читаю в группе ВКонтакте в обсуждении. Вот обсуждение называется «Вопросы». Оттуда читаю вопросы. Какие еще отсылки к другим стримерам, событиям и т.д. ты знаешь на сервере? Как твоя пасека? Не поняла, что вопрос. Ты давно стримишь? Я начала в 10. Мы пока часок сидим, общаемся с вами. Чё? Какие отсылки к другим стримерам, событиям? Какие-то есть локальные мемчики общеизвестные на сервере, например, да? Если речь об этом. Каждый персонаж что-то такое привносит. И эти места, они начинают наполняться смыслом. Я вам сейчас объясню, как это работает. А, я имею в виду, давно ли начала свою стрим-карьеру? Давненько, но были большие перерывы. Ну, плотно так, наверное, года 2.5. 2.5-3, ну, где-то так. Так. Сколько? 3 года назад был прайм-тайм. После прайм-тайма был большой-большой-большой перерыв. А потом я начала более-менее регулярно стримить. И регулярно, как, смотрите, когда Сережка дома, до этого вот, сейчас уже я стала даже регулярно стримить, когда Сережа дома, но до этого, получается, пока он в рейсе, у меня стримы шли плотно-плотно. Когда дома, то так, там бывали раз в неделю, там раз в две в неделю. Страж-птица. Кстати, спасибо за Страж-птицу, было интересно почитать. Ну, видите, я это имела отношение к моменту с Робо Риксом, но я не стала развивать эту тему, потому что Бёрн не читал, и... Кстати, забавно, да, то есть мы вроде бы общаются наши персонажи, а я понимаю, что Бёрн эту книгу не читал, и говорю, ну, ок, я не буду ее спойлерить тебе, не книгу, рассказ. Это очень интересная штука, что наш личный жизненный опыт мы переносим на персонажей в любом случае, как бы даже нам этого не хотелось, потому что не может наш персонаж читать те книги, например, и знать те книги, которых мы не прочли, знать те песни и те музыкальные группы, которых не прочли мы, люди, не услышали там, точнее, которых не знаем, вот мы, люди, которые их отыгрываем, простите, уже заговариваюсь, вот. Ситуация в кино совсем другая, там что? Там... актеру, даже если он там вообще пробочка пустая, ничего ни о чем не знает, ему дают текст,
сценарист пишет текст, перекладывает на это свой личный опыт, и еще чуть-чуть там гугла и советов от своих друзей, других сценаристов и так далее. Готовит этот текст, актер этот текст учит и должен его хорошо подать. В РП ситуация абсолютно другая, потому что мы можем отталкиваться только от своего личного опыта. Ну, это довольно интересно. То есть я при всем желании не смогу сыграть там, не знаю... Не знаю, человека, который конструирует ракеты, понимаете? Наконец-то стрим «Разбор полетов». Да, это наконец я добралась до этого. Я обещала, что мы поговорим, и наконец добралась. Кто из персонажей игры тебе больше понравился, Пау или Ибн? Если следишь за другими стримерами, мне оба нравятся, они очень разные. Я в восхищении нахожусь из-за того, как Игорю удается сделать совершенно разных персонажей. Я, например, не знаю, я очень боюсь того, чтобы у меня не получилось просто со следующего персонажа, чтобы у меня не получилось еще одно Полли. И боюсь из-за этого начать впадать в крайности, то есть настолько сделать, чтобы это было не еще одно Полли, то, знаете, перегибать палку. А ему удается сделать очень разных персонажей, он большой молодец. Они оба к себе располагают, они совершенно разные, и их не хочется сравнивать. Как Полли могла простить нациста после того, как узнала, какой он на самом деле? Почему он нацист? Он не нацист. Вообще, у Бёрны персонаж очень тонкий, очень такой... Это же образ такой современного... Блин, я не знаю, это... Ну, это же белыми нитками шито. Об этом нужно говорить разве прямым текстом? Нет, я не буду впускаться сейчас в анализ его, но он очень крут на самом деле. Зачем ты вообще согласилась участвовать в сценарии убийства Софии? Кто-то должен был. Это та ситуация, когда к тебе обращаются, что вот нужно так-то сделать, и ты говоришь, да, хорошо, потому что понимаешь, что иначе у них может получиться это все дело очень нескладно. Тут нужно привлечь какое-то количество народу, потому что вариант, когда типа, эй, давай так, ты там будешь идти, а я тебя тут поймаю и убью... Ну, сами понимаете. Вот. И тут приходится вовлекать кого-то еще для того, чтобы это было все чуть-чуть сложнее и чуть более правдоподобно. Вот. И мне еще так говорят, типа, эй, ну у тебя же Полли все равно потом улетит с Гюнтером. Типа, все будет нормально. Да, улетела. Да. Только белый след остался в небе. Сделай косплей на Тринити из Матрицы в черных очках. У нас что, есть что-то общее, по-твоему? Не думай в терминах Полли, не Полли, думай о конкретном персонаже. Пусть где-то пересекается, где-то нет, это уже не важно. Я стараюсь об этом так подумать. Можно ставить Полли в игре, просто обыграть историю, как Полли рассказала всю дочери Гюнтера и вернулась в город. Меня многие спрашивали, ты будешь продолжать? То есть раз уж с Гюнтером не улетели, хэппи-энда не получилось, меня спрашивают, а будет ли дальше Полли? Ребята, ну поймите, это морально было... Да это очень тяжело было, то, что происходило в финале, и вот последний час, это очень сложно. Ты видишь личную трагедию своего персонажа, очень глубокую, и... Ну это же ужасно выматывает. И я понимаю, что дальше уже, если ее возвращать, то, в принципе, это отыгрыш человека, который уже немножечко пришел в себя, но от этого сильно легче не становится, то есть... Ни тебе пошутить, ни тебе с оптимизмом посмотреть на мир окружающий. Это очень сложно. И такой серьезный будет моральный груз ее дальше отыгрывать. У нее все очень плохо. София, да, может, и не умрет, но Полли-то все равно испытывает чувство вины. А с Гюнтером такое вообще все вышло настолько плохо, что просто я не представляю, как такого персонажа дальше двигать. Это создавать какую-то полную эволюцию во что-то другое. То есть она должна настолько закалиться после этого, настолько стать сильнее, тверже и, наверное, озлобленнее на весь мир, стать радикально совершенно другим человеком и отправиться делать историю вместе. Но она же не оставит все это просто так, правильно? Не докопавшись до того, что произошло. Отыгрывать историю вместе, ну... Это уже даже банально. По-моему, здесь каждый третий пришел на сервер с историей мести. У меня вопрос личного характера. Как думаешь, если я нарисую одной девушке Пегаса, то она меня простит?
Дим, я, прости, я не знаю ни тебя, ни девушку, ни историю ваших отношений. Может быть, у вас Пегас — это какой-то особый символ, и она его увидит и все поймет. Да. А нельзя провести РП в какой-то другой игре, в каком-нибудь тест онлайн? Не знаю, это вообще мой первый опыт в РП. Я никогда до этого не пробовала, и было очень интересно попробовать, и мне понравилось. Так, смотрю дальше в обсуждении ВКонтакте. Есть ли еще какие-то вопросики у нас? Пока что вроде бы нет. Тогда выуживаю дальше из чата. Привет, Фестер. Антидотер. Она станет маньяком и будет языки резать. Ну да, то есть тут уже нужно показывать тогда что-то совершенно другое. Думаю, не стоит возвращать поле в ВП, лучше нового персонажа придумай. Или чатик поможет. Мне идей накидали уже очень много. И ни одна практически не показалась мне реально исполнимой. Многие говорили отыгрывать дочку Гюнтера, но вы понимаете, какая это вообще ответственность? Персонаж Гюнтера, ну, довольно выверенный. Может быть, у Бёрна это получилось не намеренно, а само по себе, но он такой, в историю которого вмешиваться уже не хочется. То есть дочке же по-любому придется раскрывать каким-то образом его прошлое. И, ну, такая очень, мне кажется, шаткая дорожка. Нет, я бы точно не взялась. Это раз. Во-вторых, я не умею делать акценты вообще совсем. Учитывая, что в завершении Гюнтер пожелал быть похороненным в Германии, то Поля, как прячная девушка, все же полетит с Гюнтером, чтобы доставить его тело. Ну, если его найдут, если найдут, да. Будет ли что-нибудь другое, кроме РП? Будет. Когда будет, не знаю. Будет в перерывах между РП, скорее всего, да. Если сейчас ребята решат, что все, межсезонье не будет, и будет третий сезон, то, наверное, да, я тоже возьму перерыв, скорее всего. Ну, хотя не уверена. Может, там через неделю мне захочется все-таки пойти еще что-то попробовать поделать вне рамках общего сюжета. Я не могу вам говорить, у меня прям нет такого строгого плана. Если я пообещаю, то будет неправильно. Но в перерывах точно, да, другие игры будут. Она встречает нового персонажа, медведя, из нее выйдет вся злоба. Это же романтично, по-моему. Нет, ну какой, это же типа любовь на всю жизнь, вы что? Вышла такая красивая история. Было бы эпично, если бы Гюнтера закопали на пасеке. Так нет, его же надо отвезти в Германию. СРП, короче, как из ССК-2, что-то не тянет смотреть на это. Так, ну, Каратель, я ж тебя не заставляю. И как и StarCraft я тебя никогда не заставляла смотреть. А ты все ноешь и ноешь. Ну, я же не единственный стример. Есть же еще целая куча других. Ну, пойди и посмотри то, что тебе нравится. Пойди дотку покатай там, не знаю. Ну, правда. Мне, честно, обидно сталкиваться с постоянным прям нытьем. Ну, один раз, ну, сказал, ну, я тебя поняла, тебе не нравится РП, ну, прости, пожалуйста, ну, ты же начинаешь дальше и дальше и дальше. Ты думаешь, что это заставит меня как-то изменить отношение к тому, что нравится лично мне? Ты хотела тренироваться, вот и потренируешься, пока движухи нет. В чем потренироваться? В отыгрыше, да? Нет, тут не в этом нужно тренироваться. Ты согласна с Бьёрном, что Гюнтер не заслужил хэппи-энда в какой-то степени? Нет, я считаю, что заслужил. Я думаю, что заслужил. Но также я признаю, что хэппи-энд был бы, наверное, уж слишком банальным, несмотря на то, что очень его хотелось. Но женщины, вы знаете, да, они и порно смотрят в надежде, что все в конце поженятся. А что-нибудь попроще, как, например, Люська от Алены? Ну, вот может что-нибудь попроще. Может быть. У меня есть сейчас мысли о персонаже, но на самом деле как бы она сырая. Я не думаю прям доводить ее до той степени, чтобы я была прям довольна уже. Дальше как пойдет, так пойдет. Пока есть мысли, но я вам не стану говорить, что и как это будет. Но ничего прям такого особенного не ждите, хорошо? Можно в качестве разнообразия проводить ивенты в виде перестрелки стенки на стенку. Мне, на самом деле, мне очень комфортна позиция персонажа, как бы, который немножечко сбоку от всего. То есть соприкасается, но находится немного в стороне. Вот очень комфортно. Сама прям создавать вокруг себя движуху я не умею, и мне не особо это было бы комфортно.
Есть вариант, что дочь Гюнтера отыграет Хельга, а она немка, и как-то сказала, что у нее отец полицейский. То есть уже отыгрывает, может быть, может быть. Я об этом ничего не знаю, я ничего не знаю. Что бы изменилось, если Полли с Гюнтером уехала, все равно нового персонажа делать? Ну, внутреннее ощущение было бы другое, я бы очень порадовалась. То есть я бы понимала, что кто-то бы закидывался помидорами, тю, как предсказуемо, как банально, но я бы очень порадовалась. Ты заранее знала о конце, или это была импровизация? Так, отвечаю еще раз на это. Уже сегодня отвечала, отвечу еще раз для тех, кто это не застал. Ребята, я знала, что они или улетят вместе, или нет, или что там все дальше может пойти как угодно, не по плану, и что Гюнтера могут убить. Или еще что-то может произойти, или что Полли могут... Ну, в общем, там вариантов было много. То есть я просто знала, что они или улетят вместе, или его перехватят. Я до последнего момента не знала, что именно будет. Ты крутил жедочку? Да нет, нет. Не знаю, слушайте, а мне сейчас даже стало интересно спросить, но я вам, конечно, не расскажу, потому что это было бы, типа, неправильно, но сама, да, сама я прям даже хочу поинтересоваться и спросить, не прямо сейчас, но я спрошу по-любому. Так, есть еще вопросы, друзья, по персонажу, по планам и так далее? Вот я очень хотела с вами эту беседу провести, вот. На все ответить осталось очень много. Мне в личку тоже много всего спрашивали все эти дни. Сейчас я, может быть, найду какие-то интересные вопросы из тех, на которые мне уже приходилось отвечать. Ника говорила про ближайшие планы. Ближайший план был прямо сегодня вечером врываться в межсезон. А потом я увидела, что там творится. И все, и я поняла, что там какой-то ужас сейчас. И лучше туда не лезть. Вот, пусть они сначала разберутся со всем. Очень многие предлагают играть дочку Гюнтера, но нет. Еще из веселых вариантов это сестру Стасика. А вопросы о детях можно задавать? Ну, если очень хочется, то да. Почему нет? А, еще такой момент, народ. Почему мне комфортнее роль персонажа второстепенного? Сейчас объясню. Потому что у меня совсем другое временное окно. Не такое, как у ребят, которые двигают основной сезонный сюжет. Они начинают стримы обычно часов в 6-7, и я так рано начинать просто не могу. Мне нужно уложить сначала детей, и только после этого я запускаю свой стрим. Это обычно к 9, раньше вообще никак. И сами понимаете, если я буду очень плотно задействована в сюжете, то я не смогу быть очень плотно задействована, потому что большую часть времени меня там просто не будет. Поэтому я думаю, что вот в этом отношении все так и останется. Вряд ли я буду очень уж прям причастна к основному сюжету. Ника уже подсела на РП, это факт. Не пытайтесь изменить то, что уже произошло. Теперь нам нужно либо приспособиться и полюбить GTA, либо не думаю, что на юношеской старости лет нам придется привыкать к GTA, ну что поделать. Эй, ну, будут другие игры, правда. Простите меня за этот месяц, не было ничего, кроме РП, действительно. Но это из-за того, что это очень выматывало. Сейчас я вроде бы уже привыкла, я думаю, что найду в себе силы стримить и детей, вот там сейчас или когда начнется третий сезон, и все-таки не оставлять совсем другие игры где-то там за стенкой. Я думаю, что теперь уже это нормально будет получаться, и у вас будет возможность приходить просто на стримы другого формата. Да. Согласна с тобой, не стоит трогать историю Гюнтера, вот, мне кажется, да. Привет, Гол Снайпер.
Очень хочется детей, кому вопросы задавать? Найди хорошую женщину. Так. Когда же вырастут эти дети? Да, это такой вопрос. Отыграй роль какой-нибудь гадалки. Ты что, что-то знаешь? Так, все, тихо, тихо. Я ничего не говорила. В чем я вообще могла спалиться? Нет, не буквально гадалки, нет, но... Как? Вообще как? Эй! Это нечестно. Нормально себя веди, Джинни Рейнер. Руинер. Ой, все. Ой, все. Нет, не цыганка, конечно, нет. Спалила мету. Могла бы не сознаваться. Я не умею. Я вообще эмоции свои очень плохо контролирую. Они опережают мое самообладание. Я реально очень удивилась, потому что... Ну, это не буквально то, нет, не буквально, но очень близко, поэтому я прям удивилась. Так что мешает ворваться? Правда, я хочу пока подождать и понять, что будет сейчас дальше происходить на сервере, хорошо? Вот. Лол, забайтили на инсайд. Так если не цыганку, то что? Ну не цыганку, нет. Придется отыграть безумную кошатницу. Блин, придется просить OneWay вернуться в качестве котика тогда. Все ли твои персонажи будут искать себе пару? Рил, это так выглядело? Подожди, это выглядело так, как будто она себе ищет пару? Серьезно? Я... Ворвалась в РП, так сказать, вообще, чтобы попробовать. Мне было безумно интересно, получится у меня или нет. И я, простите, волосы в глаза лезут, я вообще не планировала какую-то романтическую линию делать совсем, совсем. Вы помните, что получилось? Полли приехала в город, тра-ля-ля, все было очень весело на самом деле. От ежастика у меня до сих пор лежит невыложенная пока еще, надо выложить 20 минут подборочка событий, которые были вот в первой части еще, ну, до того, как у ребят там начался основной сюжет, да? То есть... Всякие веселейшие моменты ее непутевой такой жизни. И это был совершенно другой человек. И я настолько изменили события, которые произошли вот потом дальше. Да, так вот она не искала ничего подобного. Появился тогда доктор Пол Сильва, который стал каким-то образом выказывать свою симпатию. Ну, вроде как взаимно, но я точно не планировала доводить это до чего-то, до каких-то отношений. И, честно, была даже, наверное, рада немного, когда эти отношения заруинились, когда он стал почему-то куда-то гнать лошадей, типа... Шуанши, да. Я просто, честно, не знаю, как его правильно произносить, вот, постараюсь запомнить. Да, и когда он такой, типа, эй, переезжай, типа, тра-ля-ля, и Поль такой, не-не-не, а потом еще и он тут же на следующий день, там, через день привозит себе репортершу домой жить. И просто это было очень прикольно. Мы, по-моему, мы просто стрима 2 или 3 точно с вами веселились только на вот этих эпизодах, когда Полли видела доктора Пола с его этой репортеришкой. И вот все, что было на этом завязано, по-моему, это было очень прикольно. Вот. Ника в начале стрима говорит, это в детстве я была наивна, а сейчас, когда появились дети, мне сложно манипулировать. Минут 5 назад ее разводят на мету. Ох. Сделай перса похожего на Полем, скажем, сестры ее дальней, прилетевшей на поиски своей сестры, тогда объясни пропажу Поли, не придется чересчур просто нравится характер. Да мне тяжело будет что-то радикально другое отыгрывать. Честно, ребят, я очень хотела взять и отыгрывать хорошего злодея. Хорошего злодея, в смысле такого злодея, который к себе располагает. И это нереально, я не могу, это настолько было бы сложно. Я... С какой стороны не посмотрю, у меня это не получится. Просто так нелепо тоже будет.
Мне осталось только улыбаться. Да нет, у меня настроение хорошее. Почему мне не улыбаться с вами? Эй. Так, я что-то хотела сказать. А, по поводу романтических линий, да. И только, короче, там с Полом все расклеилось, типа, да, и получается, что мы порофлили с вами по поводу их вот взаимоотношений с репортеришкой, посмеялись, там даже каких-то несколько своих локальных мемов уже на этот счет у нас, да, родилось. И все, вроде бы как бы эта линия уже как бы отошла, я думаю, ну хорошо, и она начинает заниматься делами, у нее клуб, там начинается какая-то движуха, тра-ля-ля. И тут появляется Гюнтер, и это происходит спонтанно, само по себе. С чего началось? Поля подошла к нему в участке. Ну, я же знала какие-то его там отдельные особенности. Она нет, а я знала, и начинаю задвигать вот это, типа, да, начинает избивать ногами, потому что я слабая женщина. Вот, и вот так как-то это все зацепилось, на самом деле, вышло очень... Ну, очень органично, все пошло само. Это как раз тот случай, когда сюжет в итоге приводит тебя сам к чему-то, ты не знаешь, к чему приведет. Ты как, никогда не знаешь, к чему тебя приведет тропинка, стоит только ступить за порог. Конечно, извиняюсь, но чем мой вопрос об отношении родных к разговорам с камерой был некорректен? А что ты спрашивал? Я, прости, я пропустила такой вопрос. Сейчас отмотаю, может, найду. Злодеев интереснее отыгрывать, но намного сложнее. Намного, я не представляю, как это хорошо сделать. Так, вообще, я на стриме Софи слышал, что раз ее отец запрещает отношения с мужиками, то придется обратить внимание на Поле, ну или как-то так. Да, она так говорила, прикольно, потому что в тот момент, когда Поле напилась и встречает Софию, они вместе едут, идут, откровенничают по душам, в принципе, с этого, да, завязывается их дружба. А Поле тоже говорит, что София такая классная, да-да-да. Ну, была мысль как-то просто немножечко на эту тему так пройтись. Так, что еще? Где там что про разговоры с камерой? Сможешь сыграть плохую девушку в новом сезоне? Или боишься, что семья не поймет и не оценит? Да нет, семья вообще относится положительно ко всему, что я делаю, и Сережка очень меня в этом поддерживает. Никогда он мне не сказал, что ты какой-то там фигнёй страдаешь, нет. Но я просто в свои силы не верю. Я выборочно твои стримы видел. Ты то с доктором гуляешь, то рассказываешь всем, что он тебе не нужен. Да, с Берном и наркотиками пошло-поехало. Ну, ты, наверное, попадал не на те моменты. Видимо, у тебя просто нет какой-то целостной картины, потому что с Полом там не было вообще практически ничего, кроме просто, ну, какой-то такой взаимной симпатии, которая очень быстро была разрушена. Без романтики скучно, лучшие моменты были наедине с парнями. Это ты бездушная говоришь, потому что ты девчонка. Девчонкам всем эта линия понравилась. И мне тоже, мне как девчонке, мне кажется, это было очень мило и трепетно. Было сразу видно, что ты ищешь пару, думаю, это нормально. Да нет, не искала Поле пару, ну ты что? Оно само все так получилось. Да, короче, так и не поняла, где был вопрос. Джимми Рейнер, повтори его, наверное, потому что я его не вижу. Хит Леджер чуть мозгами не тронулся, играя Джокера. Но у него вышел офигенный персонаж, правда. Не ревнует к чату? Да нет, он понимает, что это занятие, которое мне нравится. У меня алерт не работает. Лицеист, ты там что-то писал, алерт. Кухетка, как твой ник правильно произносится? Спасибо тебе, Громуща, спасибо большое. Прости, пожалуйста. У меня поломались, похоже, опять алерты, чтобы их... Сейчас попробую чинить. Спасибо тебе большое, спасибо. И добро пожаловать в наш улей славный. Прости, я тормоз. Алерт не работает. Похоже, да, прости. Синет. Запомнить бы. Спасибо тебе, Синет. Хорошо.
пол вообще к каждой девушке на сервере подкатывает в своей манере. Да, и по нему это было видно, и Поле всегда говорила, что он ловелас. Ну, то есть, это была очень прикольная такая линия, но она, ну, вы же сами, мне кажется, видели, что это было, ну, как бы совсем несерьезно. А вот линия, которая получилась с Гюнтером, она меня саму на самом деле удивила. Реально получилось так душевно очень. Кстати, недавно пересматривал Ту Зе Мун, очень интересная серия стримов была. Да, очень тоже душевно было тогда. А, ладно, если так, но все равно мне кажется, что в середине провисала все, когда ты в одиночестве была. Может быть, провисала из-за того, что просто мало было событий. О, меня в пупк зовут! Магистр! Короче, сейчас меня от вас заберут, и я пойду катать пупк. Ты перепутала Джима Рейнера с Твича, с Джимом Рейнером с Пикача. А почему у вас ники одинаковые? Вы чего? Мы или похожи настолько? А, так. Не, блин, магистр, подожди, мне все-таки надо поотвечать на вопросы. Ты обвинила Джима Рейнера в спойлере, хотя мы ничего не говорили подобного. Странно, у меня в логе чата. Ну да, может быть, из другого чата, действительно. У тебя будут другие персонажи? Если да, то какие будут, какие пока не могу прям рассказать. Тебя ждут пуп, Гева и магистр. Да, я уже вижу, ребят, я, конечно, хочу пойти поиграть, но я хочу сначала все-таки на все вопросы ответить, сделать то, что я обещала. Может, они пока без меня чуток покатают, и я присоединюсь. Может, чуть позже пойдем, хорошо? Го-го-го, только на стрим. Ну, хорошо, чуть позже, сейчас тогда, значит, в пуг пойдем, они вроде не против. Может, наоборот, Ева и магистра сюда, здесь новая музыка лучше. Так. Самые лучшие моменты стрима с Гюнтером были, потому что мне напоминали мелодрамки 50+ ГГ. Что это значит? 50+ ГГ. Я не поняла, что ты имеешь в виду. У тебя вся чашка самодельная или картинка на ней? Вообще ничего не самодельное. Покупная чашка. И таких в продаже больше я не смогла найти. Ты на все уже ответила? Понятно. Я тут... Нет, я где-то пропустила сейчас. На многие... Немного странный вопрос. Блин, чат отматывается. Но многие спрашивают других стримеров, как родные относятся, реагируют на то, что ты просто сидишь и говоришь часами с камерой. Нормально относятся. Нормально и даже положительно. Я не понимаю, что мне это нравится. И что это занятие... Ну, неплохое на самом деле. Очень неплохое. Я не говорю с камерой, я общаюсь с людьми. Это важно. Это как... Блин, ну если бы я, например, вела кружок по... Не знаю, по оригами. И сидела бы часами, лепила из бумажек что-то там с группкой людей в 20 человек. И сказала бы, это мое хобби, я леплю оригами с группой людей. Никто бы мне не сказал, что ты за фигней страдаешь, правда? Вот. Но сейчас это, наверное, уже больше, чем хобби, потому что очень много времени и сил на все это уходит, да. Я как раз наоборот благодаря Нике открыла для себя GTA-RP. Раньше вообще прохладно смотрела на GTA, но после того, как увидела, что она играет в эту игру, решил поинтересоваться, что же заинтересовало. В итоге теперь втянулся, стараясь отслеживать этот сериал. Это да, это затягивает. Залетает Миша и Игорь на Divinity. Да не, они что, вроде вдвоем играют. Ну, такой тандем, нельзя туда вклиниваться, нет. Все под конец парочками стали... Да, можно вообще где-то запилить голосовалку, типа, лучшая пара сервера. Мы-то все знаем, правда? Мы-то все знаем.
Я устала, посидим немного и спать, зовут в пуб. Сейчас закончим, присоединюсь. Ну, да, как тут отказать? А с 40-х, 50-х годов в Америке. О, я поняла теперь о чем-то. Спасибо большое, что объяснил. Троглот, привет. Я очень подсела, мне бы еще сезончик, еще серию. Это как с дорамами. Вопрос не по теме, что для тебя значит бывший СК2 ТВ, нынешний ПЕК СК2 ТВ. Почему здесь ведешь трансляцию? Может, это первый портал, который ты посетила как стример? Просто я знаю, как ты начала стримить, расскажи про тебя больше. Нет, я начала стримить на Твиче, вот, но действительно на СК2 ТВ тогда началось то, что меня очень увлекло, можно сказать, там проходил прайм-тайм. И сначала я была в качестве зрителя, а потом и в качестве участника в прайм-тайме. Вот, честно, вся вот эта затея с нашим РП, это первое со времен прайм-тайма, что меня вот так вот сильно вдохновляет, что ли. Какие-то вот подобные ощущения заставляет испытывать. Тогда это было очень круто. Что меня заставляет продолжать вести там трансляции, то, что там у меня еще есть зрители, которые хотят именно там смотреть, поэтому там висят оба плеера, поэтому там я тоже читаю чат. Остались люди, которые хотят там оставаться, и, пожалуйста. Картинку с поля заказывал у Зайки, или он со своей инициативы всем? Он сам по своей инициативе рисовал всем. Зайка вообще потрясающе просто, да. Он просил только дать ему скриншоты персонажей, и он всем их отрисовывал, да. Так ведь нас тут не 20 человек с оригами, нас на самом деле не существует, и ты разговариваешь с камерой. Привет, Дакрон, здравствуй. Это скорее не оригами, а кружок психоанализа. Ну, можно называть как угодно, но я к тому, что если это всех нас в чем-то может сплотить, если мы готовы собираться по вечерам, если кому-то я помогаю таким образом провести вечер приятно, расслабиться и, может быть, грузиться какими-то своими проблемами, и лучше погрузиться проблемами несчастной Поли, у которой все из рук вон плохо, да, в жизни, и не думать о том, что там, блин, завал на работе, еще какая-то фигня. Если кому-то это помогает, то это совершенно точно не зря, это не пустая трата времени и сил. Все, можешь забить на РП, Игорь и Бьерн сказали, что больше не зайдут. Прям совсем? Даже в третий сезон? Да ладно. Ну, в общем, это нужно еще, я думаю, обсуждать, но не может такого быть. Со времен Прайма тебя смотрю, такая ностальгия, давно это было, правда? Тебя там так же собаки лают, как у Алены на рингтоне. Ну, это соседская собака реально сейчас решила полаять. Эй, почему радио замолчало? Эй, радио? Радио нормально себя видит. Какая же эта фраза приставучая, я теперь от нее не могу избавиться. Просто, я не могу, я друзьям теперь это говорю, мы идем гуляем, и я ловлю себя на этом. И я стала повторять фразы по два раза. Я так раньше не делала никогда. Будет ли продолжение Left 4 Dead? Left 4 Dead мне, честно, надоело уже немножко с девчонками. Да, ну, хватит. Что с радио не так? Чё она захлебывается? Нормально себе веденик. В третий зайдут? Ну вот это главное. Может быть, им действительно нужен перерыв. Или время, чтобы решить вот эти какие-то разногласия. Главное, чтобы они не оставляли это прям совсем, потому что пока что, мне кажется, это еще очень здорово все. И ребята еще очень много могут сделать хорошего. Не говорили они такого, люди глупости пишут. Так, ну, я не буду просто, ну, как бы, делать выводы. Кувшин с Малыком поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает: немного добра для стримера добра. Спасибо. И тебе добра, Кувшин, спасибо большое. Так, радио мое будет работать или нет? Они сегодня сгорели, вышли на крафт-часа в РП. Слушай, ну на это есть причины. Я не собираюсь, как я уже говорила, я не буду выносить ссоры из избы и это обсуждать. Я сейчас не очень хочу, но я надеюсь, что все нормально решится. Я стала повторять фразы, я так раньше не делала никогда. Видишь? Видишь? Это ужасно. Мало мне было своих слов, паразит.
А почему ты повторяешь фразу по два раза? Да, действительно, зачем думать о завале на работе, все само рассосется. Ну, об этом лучше не грузиться тогда, когда ты с этим уже ничего не можешь сделать. Если ты пришел домой, то иногда очень тяжело работу оставить там на работе, а дома сесть отдохнуть. И вот переключить свои мозги на что-то другое. Иногда очень помогает стрим фоновый. Вот честно, это тот жанр, который, ну, прям лучше, чем радио, лучше, чем фильм. Начинаешь сидеть смотреть фильм, и в него нужно вникать. А стрим — это что-то такое более фоновое, растянуто, размазанное во времени, и прям вот то, что нужно иногда, чтобы разгрузить голову, по крайней мере, для меня. Да. Ты не набрала пару кг? Я наоборот похудела за последние пару недель, наверное. Жарко стало, и поэтому особо есть не хочется. Вот. Фоллинджер, привет, привет. Я еще вернусь в PUBG. Вернусь в PUBG. И в StarCraft тоже вернусь, да. Ты сама на их стриме была и знаешь, что они не хотят играть в тот РП, который сейчас в участке устроили. Да, я эту ситуацию знаю не только с их стрима. Немножко изнутри еще тоже. И я... Ну, тут нет смысла это обсуждать. Ребята, я просто надеюсь, что все решится. И что все будет у нас хорошо. Вот. Да, Фоллинджер, да. Все будет опять. Это все нервы, литры слез за поле. Да нет, это жара просто. Жара. Ну, хотя, я не отрицаю, что многое пришлось пропускать через себя. Действительно, потом еще ходить и думать, и грузиться в том числе из-за этого. Особенно последние дни сезона. Это было сложно. Какой смайлик сделать для Твича? Фоллинджер, я сама всегда ломаю голову над тем, какие делать смайлики, а ты хочешь, чтобы я тебе прям совет дала, не знаю. Как повезло детям Ники, они вырастут и скажут, а моя мама стример? Да нет, не думаю, что они прям так скажут. Но они знают, что я стримлю игры, они смотрят записи те, которые, ну, тех игр, которые я им могу показать, те безобидные игры и те прикольные игры, которые вот можно им показать, они смотрят, вот, они смотрят стримы других стримеров, которые я считаю подходящими, и я обычно в такие моменты я залетаю и пишу в чат стримера, что я с детьми, типа, нормально себя веди, да, в том числе, кстати, у Бёрна, когда он стримил Террарию, мы с детьми Террарию очень любим, мы вместе в нее играем. У нас на плойке стоит Террария, и мы там... Ну, мы пока безуспешно пытаемся перейти в режим хардмод, вот. И Бьёрн как раз стримил Террарию, и я включила детям стрим, и я ему написала, типа, так тут дети, и он молодец, он держал себя в руках, на самом деле, очень-очень все хорошо говорил, ничего плохого не проскакивало. И дети прям с таким удовольствием смотрели, Даня подходит, меня начинает трясти, мама, напиши ему, короче, что кукла Вуду падает из этого демона с камушком на хвосте. И он так переживал, чтобы там все получилось, и мы, короче, посмотрели этот стрим, и я для себя поняла, что нам нельзя переходить в хардмод, потому что там потом какая-то дикая жесть начинается. И я пытаюсь ребенку говорить, мол, Дань, ну тебе это нужно, ты подумай, это будет очень сложно. Давай мы все-таки будем ковыряться дальше, как вот до этого ковырялись. Нет, вот ему нужно победить стену плоти, и все. А потом Бьёрн сгорел, и потом я сказала, да, я перехожу на наушники, все. Дети смотрят стрим без звука. Да, да. Кому ты голову ломаешь за смайлики? Ну, только себе. Я стараюсь придумать какие-то прикольные смайлики, но иногда совсем... Есть хорошие идеи, но не знаешь, как их реализовать тоже. Зачем вообще такие правила придумывать в РП? Ну, какие-то правила в РП все-таки должны быть. А дальше это уже разногласие в том... Насколько далеко мы хотим зайти, выстраивая эти рамки. И это ведь дело вкуса, правильно? О, там еще прилетало от
Филя, оп, спасибо тебе огромное. Написал человек, ты волшебный. Спасибо большое, я все пропустила. Спасибо. С опозданием вот так. Так ты ворвешься только на третий сезон? Это зависит от того, вот к чему сейчас вообще все придут. Ребята там пока созвон никакой не делают, вроде бы нет. Но я надеюсь, что мы еще пообщаемся, и вот будет зависеть от этого. Я вам ничего не обещаю. Может, все разрешится, все остынут, подружатся, и до чего-то договорятся, и все нормально, и еще какой-то хороший межсезон получится. А может, нет, может, мы будем решать эту проблему аж до вот... до начала третьего сезона. А ты пробовала Stardew Valley? Нет. Дети скоро будут стримить, сыну Адольфу нужны конкуренты? Нет, они хотят, что говорят, что хотят стримить, но я их, если честно, всячески от этого отговариваю. Мне кажется, что выпускать в эфир... Ну, у нас были стримы с детьми, насколько вы помните, но это такие, знаете, единоразовые акции, подконтрольные, и то, в которых я до конца до сих пор не уверена, правильно ли это было, потому что я считаю, что человека нужно выпускать в эфир, когда он уже может за себя отвечать, чтобы не получилось, потому что он вырастет, посмотрит эту запись и скажет: «Мама, зачем ты пустила меня это делать?» Ну, типа, будет стыдно. Знаете, если бы я, будучи там в подростковом возрасте или даже чуть раньше, имела доступ в интернет, имела возможность что-то отснять и выложить, и выложила бы это, мне бы, наверное, потом было дико стыдно. Вот, я смотрю, вопросов у нас в группе больше нету, да, в обсуждении. Тогда дальше вылавливаю из чата. Почему мое радио... Вот, пусть играет нормально. Не стоило вываливать такой талмуд с правилами разум. Не, ну вы же понимаете, что это все от благих намерений. Благими намерениями выложена дорога, сами знаете куда. Люди вроде бы хотят как лучше, они хотят сделать пребывание на сервере комфортным для себя. Они это каким-то образом видят. Но их нельзя в этом прямо обвинить. А то, что у нас с кем-то могут отличаться взгляды, ну вот... Нет ничего хуже стримов с детьми. Не знаю, наши те там пару стримов с детьми, которые были, по-моему, были прикольные. РП, конечно, нужны правила, иначе будет какой-то беспредел. К примеру, на том же стриме игры был какой-то чувак, который влетает в участок и всех там убивал. А если его ловят, то он просто релогается. Да и тот беспредел от игры, когда он брал тачки просто у прохожих, это забей. Не, ну подожди, когда он копом был, они же вроде могут брать тачки, если там прям очень надо для дела. Какое лично у тебя мнение на это жесткое РП, новые правила? Мне сейчас нужно очень осторожно. Мне сейчас нужно очень осторожно выбирать, что я говорю, понимаете? Лично для меня какие-то супер жесткие рамки, такое вот требование к хардовому очень отыгрышу было бы сложно. В какие-то моменты мне намного было легче сосредоточиться на переживаниях персонажа и на том, что с ним происходит, если я не задумываюсь о том, что тот бутерик, который у меня лежит в сумке, он там уже лежит 5 дней, и он должен был уже испортиться, и мне его как бы уже надо выложить. Понимаете? Каждый для себя вот какой-то находит тот баланс, который вот ему нравится. Мне хочется, чтобы какая-то в этом плане свобода оставалась. Иногда хочется прям вот отыграть все прям... хардово. Тогда вспомните 40 минут занятия по вождению с JB или экзамену JB. Я очень старалась все это сделать, ну, максимально вот так вот отрпешить прям. И тоже из-за этого я так всем прониклась, что потом плакала, когда завалила этот, блин, экзамен. Это ужасно, просто ужасно. Вот. Но это не всегда нужно. Иногда вот такие жесткие рамки, они как раз не дают сосредоточиться на чем-то другом, чуть более важном. И мне бы, вот если бы меня в такие рамки загнали, мне было бы очень тяжело, я думаю. Вот. А кто-то именно от этого получает удовольствие. Да. А что за сообщение удалять? Не, не надо удалять, народ. Не надо. Ну, в чем там дело? Там же, я думаю, ничего плохого не пишет. Ну вы чего? Мой тарнижуль. Эй, ну, образ. Ну,
А, без оскорблений, я поняла, там за что удаляю. Давайте, пожалуйста, без оскорблений. Я уверена, что вы можете свои мысли выразить по-другому. Никого не нужно грязью поливать, хорошо? Постарайтесь, сделайте усилия и подберите правильные слова, чтобы ваше сообщение туда не делилось. Давайте будем все-таки доброжелательны ко всем, кто участвует в этом, ладно? Я еще раз хочу, чтобы вы понимали, те конфликты, которые есть внутри игры между персонажами, они ни в коем случае не переносятся на наши взаимоотношения, ну вот людей, кто их отыгрывает. А вот те вещи, которые касаются взглядов на отыгрыш, это уже немножко другая, правильно, тема. Вот, и тут нам нужно все-таки искать такой вариант, который всех устроит. Это не значит, что кто-то должен подстраиваться, что кто-то должен свой взгляд на это менять. Возможно, есть какие-то другие пути. Там не оскорбление, ну, может, я слеповата. В Одессе тоже такая же странная погода. День жара, 2 дня холод. Да нет, сейчас я бы не сказала, что холодно. Сейчас, скорее всего, время довольно жарко. Детям нельзя в интернет. Я благодарю родителей за то, что они подключали мне его до 12 лет. У тебя там в лице есть беспредель? Нет, не беспредель. Я просто прошу по-другому... По-другому мысли выражать. Более мягко, хорошо. Ну, очень не хочется, чтобы это все скатилось в оскорбление кого-то. Так нельзя. Какие бы взгляды у людей не были на отыгрыш, на то, как он должен происходить, они сделали точно так же много хорошего для этого сервера, поэтому давайте будем спокойно это обсуждать. Как ты считаешь, заниматься проституцией легитимно? Правда ли, что нельзя разрешить женщинам этим заниматься? И разумно ли криминализировать клиентов, чтобы неповадно было ходить за такими услугами? А что за вопрос вообще? Почему ко мне такой вопрос? Я в этой теме очень, очень слабо обознана, чтобы тебе ответить. Не знаю, прям легитимно. Я об этом даже никогда не задумывалась. Мы на отдыхе были как-то раз в Амстердаме, и я была в том числе на улице Красных Фонарей, проходила мимо там, где стоят девушки и завлекают клиентуру. Не знаю, если кто-то хочет этим заниматься, а кто-то хочет этими услугами пользоваться, пожалуйста, меня это как-то вообще сильно не затрагивает. Алена, перед тем, как играть прокурором, искала себе в помощь стримера, который сыграл бы за родственника Симона. Есть ли у тебя мысли, подобные варианты с родственными дружескими связями разыграть со старта следующего сезона? Ну, я могу написать ребятам. Но, знаете, мне всегда очень-очень не хочется напрашиваться. Потому что, ну, давайте будем откровенными. Пришли стримеры, ну, разного уровня на сервер, с разной аудиторией. И понятное дело, что... К топовым стримерам все пытаются каким-то образом поближе быть и тусуются там постоянно возле полицейского участка и так далее. Ну, это, я думаю, очевидно для всех. Я очень не хочу быть в числе тех, кто пытается, грубо говоря, просто подмазаться. И поэтому мне, например, было бы стыдно писать Игорю, типа там, возьмите меня в сезон, в свой сюжет, давайте возьмите меня. И поэтому мне было дико удивительно, когда на обсуждении после стрима вам Игорь говорит, я не знаю, типа, что мне Ника не написала, мы, мол, так давно знакомы. А мне это неловко, что ли, очень, вот. Поэтому я могу написать, типа, если вдруг кому-то хочется какого-то взаимодействия, вы там, типа, имеете в виду, что да, мы с вами можем, но... Прям вот напрашиваться, типа, там, эй, там, давай я там отыграю твою маму, сестру, дочку, там, и так далее, это, наверное, не очень. А в Старик? Нет, в Старкрафт я сейчас точно не пойду, точно. Кстати, именно Мелендес расписал новые правила РП, потом он взорвался. Сознавайся, зачем Поля его убила. Я именно к Мелендесу хотела пойти. Именно к Мелендесу хотела отвезти Поля, чтобы он ее засадил. Потому что я понимала, что это тот коп, который ее засадит прям так вообще.
Основательно. И я думаю, что это правильно. И это то единственное, чем она, в принципе, сможет искупить это огромное чувство вины перед Софией. И он умирает вообще. Я точно не хотела идти к Еве. Я понимала, что она Полли не сможет засадить. Полли ее покрывает во всей этой ситуации. Ну, конечно, она ее не будет сажать. Ну, ё-моё. И получилось, что не было никого на тот момент. Вот была только Ева, и она, типа, да, сказала, что, типа, нет, ты что, ты, типа, вообще не при делах. Вот. А я собиралась отвезти ее к Мелендесу и рассказать, что она имеет отношение и к тому, что хоронились наркотические вещества в ее клубе. Ну, хоть да, как бы это не с ее подачи. И она к этому не имела отношения, не торговала этим чем, но она догадывалась, что это наркотики, знала, кто их там хранит, и не говорила. То есть, когда Пак Пау спрашивает обо всей этой ситуации, Полли не может рассказать все, потому что покрывает Симону. Почему? Потому что у Симоны маму убили, она не может просто взять еще ее и выдать, чтобы ее еще в тюрьму засадили. Она поэтому не может рассказать, что она знает, чье это и кто это там положил. Кто хранит в холодильнике это дело. Вот. А тут она бы пошла к Мелендесу и рассказала бы об этом. Про Симон уже в том числе. Ей уже нет смысла. Она, ну, Симон, ну, вы сами понимаете, какое у нее к Симоне отношение после того, как та съехала с катушек совсем и убила Софию. И, в общем, Полли должна была пойти к Мелендесу и рассказать об этом, и рассказать в том числе о том, что она имеет непосредственное вообще отношение к похищению Софии. Да, не с целью убийства и так далее, но она реально была соучастником в похищении девушки. То, что закончилось практически ее убийством, но да, она там выжила, но Полли этого даже не знала, пока с Евой не встретилась, и пока Ева не сказала, что нет, она все-таки жива, Пол Сильва, видать, все не так понял. Вот. И Мелендеса не было. Вот вы понимаете, какая беда. Такие подмазки. Просто если есть хорошая идея, пиши кому-нибудь из них. Блин. Как тебя правильно? Еще раз, я сейчас вспомню. Синет, да? Давай, напиши сам, как правильно, чтобы мне так легче будет запомнить. Мне вот зрители уже напредлагали много хороших идей. И они все, мне кажется, неприподъемными. Мне кажется, что я просто не смогу это хорошо сделать. Так, тут скорее смысл в другом. Игорь говорил, что если у тебя какие-то идеи разыгрывать сюжет, то он всегда сразу все подыграет. Вот сама я смогу двигать сюжет, при том, что у нас даже совершенно разное временное окно. Ребята начинают в 6-7, я только в 9 могу начать. К тому моменту, когда у них уже какая-то там огромная череда событий идет, и они к чему-то приходят, я только врываюсь на сервер. Ну, я с этим ничего не могу сделать, ничего. Ты в какой лиге в StarCraft 2 в Алмазе? Ты бы обыграла Родовида, король шахматист из Ведьмака в StarCraft 2? Очень странный вопрос, прости. Не знаю. Как думаешь, сколько недель еще будут вопросы по второму сезону РП? Прилетать еще какое-то время будут. Но в личку реально дня не проходит, чтобы о чем-то не спросили. Денис! Вот оно что, я поняла! Нужно задом наперед читать. Вот это да! Я люблю ники с секретиками. Будь поувереннее, вот этого мне очень не хватает, очень. И вроде бы уверенность должна была бы прибавиться после первого опыта, да, то есть я попробовала, что такое РП, я поняла, что это такое, и вроде я уже должна прочувствовать как-то свои возможности в этом, но что-то нет, теперь я чувствую какой-то огромный груз из-за того, что теперь есть люди, которые каждый день спрашивают, а что там дальше, а кого ты будешь отыгрывать, и ждут, что я им что-то хорошее преподнесу, а у меня, ну, прям... Ну, нет таких вот идей, прям вау, чтобы кого-то такого отыграть. Поэтому я очень прошу, пожалуйста, никаких, чтобы у вас не было завышенных ожиданий на этот счет. Пожалуйста. Какие плюсы и минусы можешь отметить, что каждый сезон идет в хронологическом порядке в одном и том же городе, где уже отыграли роли ваши предыдущие персонажи? Мне это нравится. Мне нравится, что вот, да, появляются отсылки от одного персонажа к другому. И как бы это ни было банально, но мне все-таки хочется какими-то ниточками связать следующего персонажа с предыдущим. То есть, чтобы Полли просто имела отношение к следующему персонажу, который будет после нее.
Ну, это классно. Я сейчас вам объясню даже на примере PUBG. Что получается? Смотрите. Секрет популярности PUBG во много в чем. Из-за того, что мы привязываем череду каких-то событий к определенным местам. Есть даже очень хорошая статья на этот счет. Я просто сейчас ее начну цитировать, если буду дальше говорить об этом. Там мы падаем на этот остров, и у нас каждое место со временем начинает ассоциироваться с очень яркими такими переживаниями. Происходит в мозгу фиксация конкретного места с конкретным событием. Это очень такая серьезная привязка. И вот у нас в GTRP, в этом городе, в Лос-Сантосе, происходит точно то же самое. Блин, вот сейчас уже приезжаешь на пристань, ну, на пирс, там, где колесо обозрения. И уже разве можно спокойно посмотреть на это колесо обозрения и не вспомнить, что мы пытались там на него залезть покататься? Все это наполняется событиями. Вот так вот весь этот город, он теперь уже такой наполненный этим. И вот эти вот якоречки, они практически повсюду. Там повсюду, повсюду, повсюду. И чем дальше... Топ-инсайдника будет играть банкомат в единороге. Идеальная роль. Я просматривала хэши персонажей, когда думала, кого же можно взять. И там был дельфин. Я думаю, блин, я была бы шикарным дельфином. Я хочу отыграть дельфина. Ну кто ж мне даст? Что бабку Поле, которая была гадалкой, до волшебной юбки будешь отыгрывать? Бабку. Я думала взять бабку. Это было бы прикольно. Но у меня не получается сделать старушечий такой вот голос. И еще и долго его держать. О, у нас там, кажется, планируется созвон. Так что, не получится у нас PUBG тогда? Может, на другой день с ребятами собраться тогда? Ну, прям потому что созвон — это важно. Ты не парься, хорошо ли ты там злодейку, например, отыграешь или плохо. Просто попробуй, а потом уже пойдешь, хорошо получается, нравится ли. Ну да, попробовать, это правильно. Это всегда сложно, просто вот попробовать, просто взять и начать, правильно? А ты только гуманоидов рассматриваешь на раз... Ну а какие у нас еще варианты? Тоже котика отыгрывать или собачку? А давай мы тихо тут будем подслушивать ваш созвон. А как тебе обращаться лучше? На ты или вы? И вообще, насколько ты открытый человек для общения? Я хочу добавить тебя в друзья. Не знаю, нужно ли это делать. Или мне как нечасто гость своих стримов будет достаточно того, что я подписан на твой паблик. Ребята, я стараюсь максимально общаться в чате, насколько могу. Я хочу, чтобы вы понимали, что я не могу прям уделить каждому внимание, когда мне начинают писать в личку ВКонтакте, отвечать на все вопросы и так далее. Это было бы очень тяжело, а я не хочу по какому-то там признаку вас отсеивать, типа, так, с тобой там я общаюсь, а с тобой не общаюсь. Поэтому сказать, что я открытый человек, я с вами общаюсь, я не скрываю от вас свои эмоции, свои мысли. Я стараюсь всем поделиться. В этом плане я открытый человек, но... В плане вот какого-то внестримового общения это очень сложно, потому что я же не могу разорваться и всем как-то поделить там равное количество внимания, простите, пожалуйста. И лучше на ты, определенно лучше на ты. Они вроде текущую ситуацию собирались обсуждать, ну да. Да. Так что, народ, мы сейчас подождем, пока нам все состыкуются, и я пойду. Поиграть еще успеем. Да, это важный момент, очень. Я даже из-за этого, когда я поняла, что сегодня происходит, я даже не знала, запускать сегодня стрим или нет, общаться, не общаться, потому что очень боялась пропустить то, что будут обсуждать. Ну, правда, уже как... Ну, это же такое общее дело, которое мы все делаем, создаем какую-то атмосферу, какие-то истории, огромное количество людей, которые бегают со стрима на стрим, переживают за всех. Очень хочется, чтобы все было в порядке, чтобы все это не заруинилось. Текай в Дискорд, чтобы не пропустить важную инфу. Я смотрю. Как только там народ начнет собираться, я сразу прыгну к ним.
ничего страшного, все равно ваш сюжет сломает Оркун как Джокеру, у него нет плана. Так, блин, я же говорю, я вот играла без сюжета, и мне все нравилось. Сюжет, в общем-то, это не обязательно. Можно, наверное, иметь какое-то направление, можно иметь какой-то план на своего героя, к чему там он хочет прийти, какие-то его цели, да. Но прям жестко прописанный сюжет, для меня это не очень комфортно. И еще такой момент, единственное, что должно быть, наверное, оговорено, это все-таки РП смерть. Она не должна быть спонтанной, правда? Ну, или хотя бы, ну, типа, они должны быть в курсе, хотя бы медики там, что не нужно поднимать кого-то в какой-то момент, понимаете? Чисто технически это должно как-то оговариваться. Ну, а вот как вышла ситуация с Гюнтером, я не знала, он выживет, и все улетят, или он умрет, или еще что-то будет. И это добавило эмоций. Надо сломать хард РП, ворвись как инопланетянин. Мало нам было робокопа, нужен инопланетянин. Не у всех получается сделать такой, как хочется, голос, только Игорь, наверное, может просто за один стрим 6 голосов обыграть. Да, да, это талант, который просто с потолка никак не свалится. Я не могу менять голос и какой-то там акцент делать просто вообще никак. Я надеюсь, что вы готовы меня слушать вот как есть. Главное, потом нам отпиши, главное, что там решится. Вы сами понимаете, что я могу выносить, но только то, что могу. В этой ситуации админа жалко, жалко. Да. Секундочку. Робот-пылесос был вообще огонь, если от него смотреть. В смысле, от лица Роборикс это было круто, да. А, не поднимайте, тогда судью убили ПРП. А кто-то из медиков приехал и поднял. Ну вот это очень такой, да, странный момент, согласитесь, когда нужно кого-то там поднимать или не поднимать, и медики не знают, что делать, если они не в курсе, типа, там хозяин персонажа уже хочет, чтобы его убили, там вывести или нет. Как-то об этом должны, наверное, тут же как-то в Дискорд писать, типа, что это РП-смерть. Не знаю, народ. Насчет админов, да, они на самом деле очень клевые ребята, очень. И кто хочет побольше узнать об админах, смотрите бонусный эпизод, он выложен на Ютубе, он выложен отдельной записью на Твиче, я перезалила тот, который секретный эпизодик там с медом и так далее. Вот там же потом с админами замечательный ивент, который они сделали. И честно, мне хочется думать, что вот тогда вот все и закончилось, когда еще ничего не ясно, когда все живы, когда все хорошо у Гюнтера. И просто тогда вот случился сон такой. Потому что там, вы помните, там такой сюрреализм потом начался. И, мол, все, что было после этого, это просто кошмар такой, и все неправда. Слушать как есть, это о том, что ли? Нет, но слушать в смысле вот как есть, а не как-то иначе. Как можно было пропустить такой огромный список правил для копов? Народ, ну, у всех же есть на это право. Кто-то хочет придерживаться большого списка правил, и кому-то так проще, кто-то считает, что это лучше, а кому-то это некомфортно. Ну, это конфликт интересов, ну, а что с ним сделаешь тут? Мы будем как-то это решать, конечно, мы будем обсуждать и постараемся к чему-то прийти для того, чтобы не оставить себя без этого удовольствия и тех зрителей, которые этого ждут, не оставить тоже без всего этого. Да, далеко не всем, я знаю, далеко не всем из вас нравится, что я застряла в этом, вот связалась с РП, но для меня это замечательный опыт, мне очень это все нравится, и я буду продолжать в этом участвовать, пока это мне и вам еще интересно, поэтому, ну...
Но я постараюсь стримить другие игры тоже, да. Поэтому просто следите за анонсиками, смотрите там сегодня то, что вам интересно будет или нет. Учить кучу текста — это не лучше, это труд тяжелый. Ну, как для меня, да, это не лучше. Дала бы крепкую затрещину Бурну за то, что убил персонажа и сломал такой милый хэппи-энд. Ну, я расстроилась. Я не могу вас обманывать и говорить, что я не расстроилась. Конечно, я расстроилась, что не получилось счастливого конца. Это было больно и грустно, но я была к этому готова. Я знала, что закончится или хорошо, или плохо. Что может закончиться как угодно, и дала на это добро. То есть, это не то, чтобы меня там перед фактом поставили. Меня спросили, ты, ну... Ты понимаешь, что типа может быть так и так и так? Да, я сказала, хорошо. Я сказала, что эта история будет красивой в любом случае, как бы она ни закончилась. Если будут тонуть игры, как Гнрус, ты можешь спасти только одного, ты кого ты спасешь, но Флакс. Сколько лет, а вопрос все тот же. А, если представить параллельную вселенную, то кого бы Алекс смог отыграть в РПГ, по твоему мнению? Детектива, наверное, мог бы отыграть очень неплохо. Прям очень круто. Так, что это за плюсики? Это что за плюсики пошли? Блин, мне теперь выискивать по поводу чего вы там плюсики ставите. Что это за плюсики? А, вот, ребята, кому нравится РП, напишите плюс в чат. Я поняла. Я тоже поставлю плюсик. Это не читерство, нет, это не читерство никакое. Все, пошла по чатам, понаставляю себе плюсик. Ой, а что, у меня чатик не хочет работать? О, все работает. Какие вы славные. Ой, и миллион минусов от Флакса. Ведьмак еще будет, Ведьмак будет. Подруга, которая ко мне приезжала, говорит: Ника, я так хорошо под Ведьмака, мне так хорошо работается под Ведьмака, пострим еще и Ведьмака. И все, короче, я говорю, хорошо. Значит, надо Ведьмака постримить. Расскажите, плюс кратко сюжет. Я специально для этого, по крайней мере, от лица Полли, и как бы, понятное дело, наверное, что я не смогу вам подать историю всю, как она была, от лица всех персонажей. То есть вы же понимаете, что эта история, она, это история о дружбе, это история о похищениях, об убийствах и о законе, там был чудесный судебный процесс, много всего было. Но и в том числе это история о любви. Я, наверное, попытаюсь показать ее с позиции Полли и найти время и силы и сделать эту выборку для того, чтобы вам сжато, для тех, кто пропустил, для тех, кто захочет посмотреть, без лишнего вот этого, без поездок на машине долгих там и так далее. Может быть, какие-то там диалоги совсем уж скучные и бессмысленные придется тоже выкинуть. Ну, вот как-то какую-то сжатую такую выборку сделать, все это слепить для тех, кто хочет посмотреть. А пересказывать в двух словах сюжет нереально, он в итоге оказался довольно закрученный. Сегодня они пытались, стояли возле участка, или это вчера было, и пытались вспомнить, ну, вот череду событий, типа, как что происходило, очень забавно было. Оказывается, у нас реально вышел какой-то очень запутанный сюжет. Это не плюсик, а крест на могиле Гюнтера. Нет еще могилы, его даже не нашли. Ведь. Помню историю про тракториста, который топил трактор, и писатель, который я описывал, все не мог решить, сколько приписать ему убитых тракторов. Два мало, три, никто не поверит. В реальности же тракторов было 11, хотя, строго говоря, только 7 из них утонули. Спасибо большое, спасибо огромное, добро пожаловать к нам. Спасибо тебе. Как же правильно? Горгию? Я соседке немного пыталась объяснить сюжет, ей понравилось. Да, вот так с пересказа? Ничего себе. Мне кажется, тебе просто... Все, короче, да, мне пора на собрание. Все, все, друзья. Следите за анонсиками, приходите ко мне еще не только на РП-стримы, но и на всякие другие, где мы будем проходить всякие разные игры. Огромное спасибо всем, кто сегодня подписался. Присоединяйтесь к нашему улю. У нас всегда очень уютно, как мне кажется. Все, всех люблю, всем спокойной ночи, отдыхайте, берегите силы, сильно не расстраивайтесь из-за всего, что происходит вокруг. Все, пока.